Так, все, начинаем. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы приветствуем вас сегодня на нашей встрече, которая организована Фондом развития интернет-инициатив при участии Ассоциации участников рынка интернета вещей. Мы запускаем цикл встреч, в рамках которых мы расскажем про меры поддержки, которые сегодня предоставляются IT-проектам в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». И сегодня у нас первая встреча с Фондом содействия инновациям. Наши гости сегодня заместитель генерального директора Павел Гудков и Андрей Лышенков, начальник отдела экспертизы и мониторинга. Регламент нашей работы с 2 часов до 4, и мы в начале, первая часть у нас выступления, вторая часть — вопросы-ответы. Поступило достаточно много ответов, и я надеюсь, что сегодня мы рассмотрим вместе с нашими гостями, научимся разбираться в многообразии мер поддержки, которые сегодня предоставляет фонд Бортника, и определимся, когда, куда, как, зачем подавать заявки и как получить гранты. Ну, часть участников у нас сегодня принимает, нас смотрят через канал YouTube. Часть участников, выпускники акселерационной программы FREE, у нас принимают участие в Zoom. Поэтому все, кто смотрит нас на канале YouTube, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в чат, мы обязательно их озвучим и на них постараемся дать ответы. Все, кто смотрит нас на конференции, вы можете лично задать вопрос. Для этого вам необходимо поднять руку, и вам откроют микрофон. Но сейчас, чтобы проверить, насколько нас хорошо видно, слышно, чтобы получить обратную связь и понять географию участников наших, пожалуйста, напишите в чате, какой город вы представляете, и мы надеемся, что от Камчатки до Калининграда будут представители различных IT-компаний. И я передаю слово Павлу Гудкову. Пожалуйста, Павел, расскажите нам подробнее, куда и на какие меры поддержки сегодня могут претендовать наши IT-предприниматели. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать. Фонд содействия инновациям, я думаю, большинству из вас достаточно хорошо известен по линейке своих классических программ. Умник, старт, развитие, коммерциализация. И часть этих программ мы адаптировали под участие нашего фонда в федеральном проекте «Цифровые технологии», в федеральном проекте «Искусственный интеллект». Насколько я понимаю, сегодняшняя наша аудитория – это те компании, те коллективы, которые прошли акселерацию в фонде развития интернет-инициатив по направлению НКИТ, новые коммуникационные интернет-технологии. Лучше всего, наверное, для вас будет при желании получить грант в нашем фонде, фонде содействия инновациям, лучше всего будет пойти на конкурсы, как раз, которые сейчас идут по цифровым технологиям, в которых НКИТ выделен отдельным лотом. И если это, собственно, ваша тематика, которую вы развиваете, которой вы занимаетесь, то, наверное, достаточно органично можно запросить и грантовую поддержку именно по лоту НКИТ в рамках старт ЦТ или развития ЦТ. Для тех из вас, кто не имел опыта общения с фондом содействия инновациям или имел отрицательный опыт, подавал заявки неудачно к нам, я думаю, сейчас будет очень полезен рассказ Андрея Владимировича Лышенко, который, собственно говоря, и подробнее становится и на наших конкурсах, и на типовых ошибках, которые делают заявители. И далее совместно с ним мы сможем ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, они у нас, Ирина, там как будут, как у нас будут в живом эфире, то есть коллеги смогут выходить в эфир, и мы будем на них отвечать, да? Ну, у нас кто в Zoom смогут лично задать вопрос, кто у нас смотрит на канале YouTube, а сейчас уже
уже 103 человека нас смотрят на канале YouTube. И причем у нас Хабаровск, Ростов, Новосибирск, ну практически вся Россия представлена, участвует. Поэтому все, кто будет на канале YouTube, мы в чат скидываем, либо я буду озвучивать вопросы. Ну, идеально, если коллеги, те, которые с YouTube захотят задать вопросы, чтобы им дали как-то возможность подключиться к Zoom, чтобы они тогда задали вопросы. Это иногда в диалоге намного лучше выяснить какие-то детали, чем просто отвечать на письменный вопрос. Но в любом случае, сейчас давайте послушаем заранее подготовленную презентацию Андрея, и дальше уже перейдем к ответам на вопросы и дискуссии. Хорошо. Андрей, тогда вам слово предоставляется. И, коллеги, слушайте. Если на ваш вопрос не будет в процессе выступления Андрея, не получите ответ, то пишите, задавайте вопросы, поднимайте руки. Дальше у нас будет активный диалог. Да, коллеги, всем добрый день. Постараюсь максимально подробно рассказать про наши конкурсы в целом и остановлюсь более подробно на конкурсах в области цифровых технологий. Так. Видно ли презентацию? Все видно, все, можно начинать. Ну так, коллеги, вкратце расскажу, о чем пойдет речь ниже. Расскажу о конкурсах фонда в целом, какие у нас есть конкурсы, чем они отличаются. Дальше остановлюсь более подробно на конкурсах цифровых. Это старт цифровой технологии 1, прием заявок, на который сейчас идет развитие цифровой технологии. Обращу внимание на то, как заполнить, на что обратить внимание при подаче заявки через систему фондовскую, и обрисую типовые причины отклонения заявок на конкретных примерах. Так, начнем с основных программ фонда. Если разделить прямо совсем грубо, все конкурсы, которые проходят в фонде, ну или там большинство конкурсов, их можно разделить на 4 крупных блока. Первый блок – это у нас идут конкурсы по поддержке проектов с самых ранних стадий. Это конкурсы программы «Умник». Они направлены на финансирование НИР. Стоимость до 500 тысяч на один проект. Заявляться могут только физические лица. Там есть еще ограничения по возрасту. Внизу слайда вы видите те конкурсы, которые проходят в рамках данной меры поддержки. То, что касается вот первого блока, предпосев программы «Умник», это ряд конкурсов, которые носят или некий региональный окрас, или это, допустим, конкурсы, проводимые совместно с какими-то крупными компаниями или корпорациями, или конкурсы, проводимые по какой-то узкой тематике. Внизу вот приведены, допустим, конкурсы. В прошлом году был «Умник РЖД» и «Умник искусственный интеллект». Следующий большой блок, наверное, там самый массовый наш блок, это посев или уровень стартапов. Здесь у нас наша самая массовая программа «Старт» и «Бизнес-старт». Это развитие идеологии программы «Старт». Эта программа и конкурсы, которые входят в эту программу, направлены на поддержку стартапов на ранних стадиях развития. Здесь выдаются гранты на неокры. Это если мы говорим про там старт классический, или на коммерциализацию результатов, это касается только бизнес-старта. Максимальный объем финансирования до 10 миллионов. Ну, там на самом деле достаточно широкая линейка, то есть от 3 миллионов минимальная, до 10 – это максимальный размер гранта.
Софинансирование требуется на части конкурсов, это конкурсы «Старт-2», «Бизнес-старт» и аналогичные на конкурсы «Старт-1», «Старт-ЦТ-1». Софинансирование не требуется, и на этом я остановлюсь более подробно еще отдельно. Внизу вы видите конкурсы, которые у нас идут в рамках этого блока. Это наши так называемые классические «Старт-1» и «Старт-2». Это программа «Бизнес-старт», направленная, конкурс «Бизнес-старт», направленный на коммерциализацию результатов, полученных в рамках прохождения вот этих первых двух стартов. И это конкурсы цифровые. Это старт CT1, старт цифровой технологии 1, старт CT2. И также первый и второй старты для направления искусственный интеллект. Следующий большой блок – это блок программы развития. Здесь мы оказываем поддержку НИОКР для выполняющихся компаниями, которые уже имеют опыт продаж. Здесь также гранты даются только на НИОКР. Максимальный размер гранта до 20 миллионов рублей. Здесь уже обязательное финансирование от 30 до 50% от суммы гранта. И в этом блоке у нас достаточно много конкурсов. Вот внизу они приведены. Это развитие, которое реализуется в рамках программы НТИ, развитие для социально ориентированных проектов, развитие цифровые технологии, развитие искусственный интеллект и достаточно большой блок, посвященный международным конкурсам. Третий большой блок, такая, скажем так, большая вишенка на торте, это наша программа «Коммерциализация». Она предусматривает выделение грантов на коммерциализацию результатов ранее проведенных НИОКР. Это проект, поддержка проектов, которые направлены на создание или на масштабирование производства. Здесь объем гранта до 25 миллионов рублей, софинансирование от 30 до 100% от суммы гранта. И тоже у нас достаточно большое количество конкурсов, которые проводятся в этом блоке. Это коммерциализация, так называемая классическая, это коммерциализация цифровой технологии, коммерциализация искусственный интеллект и экспорт ЦТ, новый конкурс, который у нас будет в этом году. Информация про все вот эти конкурсы, про все вот эти блоки вы можете найти на сайте фонда. Там есть более подробная информация, где в зависимости от там, под каждый конкурс прописаны условия, какие предъявляются к участникам, какие результаты должны быть получены в рамках каждого из этих конкурсов. Вы можете ознакомиться. Еще раз повторюсь, у нас конкурсов очень много, но при этом, если грубо, их можно вот разложить в эти четыре больших блока, которые приведены на этом слайде. Если будут вопросы какие-то дополнительные, я потом готов буду ответить, но вот здесь я хотел бы просто очертить такие прямо общие рамки. Вот, сегодня мы все-таки говорим про конкурсы цифровые, поэтому более подробно остановлюсь на цифровых конкурсах. У нас, да, мы на предыдущей картинке показали вот эти наши большие блоки, вот они, эти же блоки фактически, но уже заточенные под направление цифровой технологии. Итак, здесь у нас первый блок – это старт, программа «Старт». Старт цифровой технологии, поддержка стартапов на ранних этапах развития. Здесь у нас могут подаваться как физические, так и юридические лица. Это здесь мы сейчас говорим про программу, про блок конкурсов Старт CT. В общем, их будет два в этом году. Это Старт CT1. Это как раз вот там могут участвовать физические лица. И Старт CT2 это конкурс, который еще предстоит только нам объявить, который подразумевает некое идеологическое развитие проекта. Для того, чтобы на него податься, нужно пройти или старт наш простой, или старт CT1, или старт E1. То есть это такой следующий этап развития проекта. Еще раз повторюсь, гранты в рамках программы «Старт» выделяются только на него. Старт CT мы сейчас говорим. Финансирование по первому году это максимально 3 миллиона.
Во второму году старт CT2 – это 7 миллионов. То есть суммарно, участвуя и в первом, и во втором старте, компания может за 2 года получить 10 миллионов грантовых денег. При этом со второго года предусмотрено софинансирование обязательно в размере не менее 30% от суммы гранта. На первом этапе для конкурса «Старт CT1», про который мы сегодня будем говорить более подробно, софинансирование не требуется. Это очень важно. Срок реализации проекта – 12 месяцев на каждый год. То есть два этапа по 6 месяцев, 12 месяцев на «Старт CT1» и 12 месяцев на «Старт CT2». Это два независимых конкурса. Ну, как зависимых, но они независимо друг от друга объявляются, и они реализуют отдельно конкурсные процедуры. То есть для того, чтобы попасть на «Старт CT2» после того, как вы прошли «Старт CT1», нужно заново подавать заявку. Об этом тоже чуть подробнее расскажу. Следующий большой блок, который мы сегодня тоже рассмотрим, это конкурс развития CT. Это поддержка компаний, как я уже говорил, которые имеют уже опыт разработки и продаж инновационной продукции. Здесь этот конкурс, участие в нем могут принимать только юридические лица. Грант дается только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Объем гранта до 20 миллионов рублей. Здесь обязательное софинансирование не менее 30% от суммы гранта. Но здесь достаточно широкая вилка по срокам реализации проектов. То есть заявитель может заявиться с проектом на 12, на 18 или на 24 месяца. И третий блок, который мы сегодня рассматривать не будем, но тоже важно понимать, что он есть. И это, скажем так, итоговая, там, финальная точка развития проекта – это блок коммерциализации, конкурсы коммерциализации CT и экспорт CT. Это поддержка инновационных компаний, которые уже завершили стадию НИОКР. Им требуется или доработка продукта, или масштабирование, или там, создание или масштабирование производства. Участвуют тоже, естественно, только юридические лица. Грант выдается на иные цели, то есть его нельзя потратить на неокровские работы. Можно потратить на маркетинг, на приобретение оборудования, на там, участие в выставках, конференциях. То есть все, что связано с развитием проекта, с его коммерциализацией, результатов НИОКР. Внебюджетное софинансирование не менее 30% от суммы гранта и срок реализации 12 месяцев. Вот три больших блока. По всем трем блокам в этом году будут конкурсы. Сейчас конкурсы идут по старту CT1, по развитию CT. Коммерциализация CT, экспорт CT будут объявлены позже. По старту CT и по развитию CT точно еще будут дополнительные очереди. Поэтому те, кто не успеют податься сейчас на текущие конкурсы, будут иметь такую возможность подать свою заявку позже. Теперь подробнее в конкурсах. На этом слайде вы видите те направления, по которым вы можете подать свою заявку в рамках цифровых конкурсов. Это единый набор тематических направлений или лотов и для старта, и для развития. Они идентичны. Если ваш проект ложится в данное направление, что называется, добро пожаловать. В положении о конкурсе, которые размещены на сайте фонда, в объявлении о каждом из наших конкурсов, о которых мы сегодня будем говорить, в положении подробно расписаны в виде некого классификатора то, что, собственно, в эти направления входит. То есть здесь это верхнеуровневые название. В положении можно посмотреть, какие именно поднаправления, там, да, подзадачи входят в каждое из этих направлений. Теперь подробнее о каждом конкурсе. Начнем с конкурса «Старт CT1».
Конкурс на него могут заявляться как физические, так и юридические лица. Это достаточно уникальный конкурс для нас. Но, как я говорил уже, старт первый для нас, наверное, самый массовый конкурс. Больше всего заявителей на него приходит. Старт CT1 в общей своей концепции наш старт первый классический повторяет. И здесь, в отличие от конкурса в более поздней стадии, есть возможность заявляться физическим лицам. При этом важно понимать, что если заявитель, физическое лицо, стал победителем конкурса, он будет обязан создать юридическое лицо, и договор гранта мы уже заключаем с юридическим лицом. То есть заявляться и участвовать в конкурсных процедурах может физическое лицо или юридическое, об этом я вам скажу чуть-чуть позже. Но при этом непосредственно договор гранта, договор на финансирование проекта заключается уже с лицом юридическим. Мы закладываем на это определенное время. Я скажу, какое. Важно отметить, что именно заявитель должен стать руководителем этого предприятия, создаваемого. Ну, основные, наверное, моменты, касающиеся физических лиц, наверное, вот я на этом закончу. В положении есть более подробная информация. Моя задача сейчас так верхнеуровнево про это рассказать. Значит, помимо того, что могут участвовать физические лица, могут участвовать и малоинновационные предприятия, которым предъявляются определенные требования. Первое. Дата регистрации предприятия должна составлять не более 2 лет. То есть мы ждем на конкурс, так, скажем так, молодые предприятия. Второй момент. Компания должна быть зарегистрирована в едином реестре субъектов МСП. То есть если компания удовлетворяет всем требованиям малости, но при этом ее нету в едином реестре МСП, мы, к сожалению, такую компанию допустить к конкурсу не можем. Поэтому, если вы подаетесь от юрлица, обязательно проверяйте, что на сайте есть информация о вашем предприятии. Следующий важный момент, что руководитель предприятия и научный руководитель проекта не должны одновременно выступать в качестве заявителей или руководителей других предприятий или научными руководителями в других проектах, которые в настоящий момент финансируются фондом. То же самое касается и заявителей физических лиц. То есть предполагается, что мы одновременно рассматриваем только одну заявку от одного конкретного лица. То есть или это заявитель физическое лицо, или это руководитель предприятия. То же самое касается и научного руководителя проекта. И последний момент, то, что касается юридических лиц, предприятие ранее не должно получать финансовую поддержку фонда. На физические лица это ограничение не распространяется, но юридическое лицо, так как сама идеология программы «Старт» — это, скажем так, направлено на там, создание предпосылок для импульса, для того, чтобы компания выстрелила с какой-то научно-технической идеей, с каким-то продуктом. Поэтому если компания снова и снова будет приходить на старт и просить поддержку, тем более, которая там, не требует привлечения внебюджетных средств, это, что называется, никуда не годится. Поэтому у нас есть такое ограничение. Если компания раньше получала финансирование в фонде, неважно по какой программе, мы такую компанию не допускаем. Физические лица, если физическое лицо подавалось ранее и пришло снова там, с другим проектом, такие ограничения на физическое лицо не распространяются. Физические лица условно могут участвовать бесконечное количество раз. Какие результаты мы ждем по окончанию реализации проекта? Первое, ну, самое главное, должен быть завершен НЮКР. Второе, должна быть создана научная или научно-техническая продукция. Это может быть экспериментальный образец продукта, это может быть прототип продукта.
И третий важный момент, должна быть подана заявка на регистрацию тех результатов интеллектуальной деятельности, которые были получены в ходе выполнения этого проекта. Следующее основное условие. Грант выделяется, объем гранта составляет до 3 миллионов рублей. Грант выделяется только на НИОКР. То есть что у нас входит в расходы, которые может понести грантополучатель. Это зарплата с начислениями, это материалы сырье или комплектующие, это услуги соисполнителей или сторонних организаций, и это общехозяйственные расходы. Это вот только по этим направлениям могут быть потрачены средства гранта. Тратить деньги на коммерциализацию продукта, если он получен, на маркетинг, на продвижение из этих денег нельзя. Еще раз повторюсь, деньги в рамках старта, в принципе, в рамках первого старта дают только на НИОКР. Следующий важный момент. Привлечение внебюджетных средств здесь не требуется. Только для старта ЦТ-1 привлечение внебюджетных средств не нужно. То есть вы получаете грант в размере до 3 миллионов рублей, используете для реализации проекта и отсчитываетесь по тем затратам, которые вы понесли в рамках проекта. Все. И срок выполнения НИОКР составляет 12 месяцев. Теперь критерии отбора заявок. В каждом положении, по каждому конкурсу, в положении о старте ЦТ, это, по-моему, приложение второе, если я не ошибаюсь, приведены критерии, по которым оцениваются те заявки, которые поступили на конкурс. Это три критерия, которые в себя включают под критерии. Каждый из критериев из этих трех оценивается в 5 баллов. То есть максимально сколько заявка может получить, какую оценку она может получить, это 15 баллов. Дальше уже эксперты смотрят, насколько заявка отвечает тем критериям, тем подкритериям, которые прописаны вот здесь. Я, наверное, прямо очень подробно останавливаться не буду. Скажу так, условно, все критерии, ну, фактически по всем НИОКРовским конкурсам, они там включают в себя три группы критериев. Первое – это оценивается научно-техническая составляющая проекта. Второе – это оценивается экономическая составляющая проекта, то есть это все, что связано с коммерциализацией продукции. И если это речь идет о более конкурсах более поздней стадии, это то, что касается оценки самого предприятия. И третий блок – это оценка квалификации той команды, которая заявляется на проект. Дальше, когда я буду рассказывать о причинах отклонений, я более-менее подробно остановлюсь на этих критериях, но важно понимать, что когда вы подаете заявку, вы должны приложить исчерпывающее количество материалов, дать исчерпывающее количество пояснений, чтобы ответы на все вот эти вопросы, которые приведены здесь, эксперты увидели и смогли правильно оценить ваш проект. Если потом потребуется, готов там более подробно пройтись, сейчас пока остановлюсь тезисно. Следующий конкурс, о котором мы сегодня будем говорить, это развитие цифровой технологии. Здесь участвуют только юридические лица, и, по сути, здесь два серьезных ограничения, которые относятся непосредственно к компании-заявителю. Первое. Эта компания, опять же, должна быть в едином реестре субъектов МСП. И второе. Руководитель предприятия и научный руководитель проекта
не должны участвовать в других заявках. Неважно, в какой роли, в роли заявителя или руководителя там, другого предприятия или этого же предприятия, они участвовать не могут. Повторюсь еще раз, конкурс направлен не на совсем свежесозданные компании, а предполагает, что компания имеет опыт реализации НИОКР и имеет опыт коммерциализации НИОКР. То есть какие-то результаты были получены и какие-то продажи уже были. Когда проходит оценка заявки, в том числе анализируется структура выручки компании, то есть что компания до этого заработала, что именно делает. То есть, да, если она там сдавала помещение в аренду, да, это одна история. Если они создали продукт и уже его продавали, да, это совсем другая история. При этом важно обратить внимание, вот на этот конкурс может компания заходить или с новым продуктом, тот продукт, который они еще не выводили на рынок, но где требуется серьезная проведение полноценного НИОКРа, или они могут заходить с какой-то продукцией, которая у них уже есть, но требуется серьезная его доработка, серьезная модернизация, требующая также проведения полноценного НИОКРа со всеми составляющими НИОКРа. Что мы ждем в качестве результатов выполнения проектов по развитию ЦТ? Первое – это точно так же завершение НИОКР. Второе – создана научная и научно-техническая продукция. В данном случае это может быть или опытный образец, если говорить в терминах ГОСТовских, или это там, готовый продукт, предсерийный образец, да, если мы говорим в общем. То есть условно за границей окончания проекта уже должны начаться продажи. Не обязательно там в первый месяц после окончания проекта, но это должна быть ближнесрочная перспектива. Более того, по всем проектам мы просим заявителей спрогнозировать развитие проекта и развитие предприятия, показать, какую выручку они будут генерить от продажи той продукции, которую они разрабатывают, и компании нужно отчитываться в течение 5 лет после окончания проекта о том, как они эти планы выполняют. И последний пункт, если возвращаться к нашим результатам, должно быть подано заявление о включении продукции, созданной за счет гранта или в единый реестр программ для ЭВМ, или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Повторю, здесь обращу внимание, что подана заявка, то есть не обязательно включение именно в реестр, а подана заявка. То же самое касается и результатов на РИД. Задача заявителя в ходе выполнения проекта подать заявку на РИД. То есть это может быть заявка на свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, это свидетельство, заявка на патент. Понятно, что в рамках проекта можно не успеть получить эти документы правоохранные, но заявку вы должны подать. То, что касается основных условий самого гранта. То есть грант у нас дается до 20 миллионов рублей. Никто вас не заставляет выбирать максимальную сумму. Вы должны трезво оценивать, какая сумма вам нужна, в зависимости от того перечня работ, которые вам необходимо реализовать. 20 – это максимальная планка. Обязательно привлечение внебюджетных средств в размере не менее 30% от суммы гранта. О том, какие это могут быть средства, я остановлюсь чуть позже. Но здесь важно понимать, что на часть, которую вам предоставляет государство, вы должны привлечь некие свои деньги, деньги из внебюджетных источников, которые также пойдут на реализацию самого проекта. И срок выполнения НИОКР составляет 12, 18 или 24 месяца. Здесь там, в старте немножко эта история попроще. Здесь отдельный слайд добавил, касающийся направления расходов бюджетных средств. В принципе, он справедлив и для старта, вот этот верхний пункт, да, направления расходования бюджетных средств. Единственное, там немножко разное
немножко разная процентовка. Вот то, что указано в скобках. И если нужно, по старту потом отдельно скажу. Итак, направление расходов бюджетных средств, на что вы можете потратить свой грант. Первое – это заработная плата с начислениями. Второе – материалы, сырье комплектующие, но не более 30% от суммы гранта вы можете потратить по этой статье. Третье – это оплата работ, ну, фактически с исполнителей и сторонних организаций. Тоже не более 30% от суммы гранта вы можете потратить по этой статье. И прочие общехозяйственные работы – это то, что связано с, по сути, с там, функционированием самого предприятия. Вы можете потратить до 10% от суммы гранта. А направление расходования бюджетных средств – те там, минимум 30%, которые вы привлекаете. Вы можете потратить на исследования и разработки, если они требуются в дополнение к тем работам, которые выполняются за бюджетные средства, приобретение машин и оборудования, приобретение новых технологий, причем в эту статью могут входить и приобретение прав на патенты или лицензии, если они требуются для реализации проекта, приобретение программных средств, производственное проектирование, обучение, подготовка персонала, маркетинговые исследования. Подчеркну, что маркетинговые исследования можно делать только за внебюджет. И внедрение современных систем контроля качества и сертификации продукции, если это требуется. То есть достаточно широкий список тех направлений расходов, которые вы можете произвести за счет внебюджетных средств. Итак, что является источниками внебюджетных средств? Это могут быть собственные средства заявителя, это могут быть средства инвестора, это могут быть заемные средства от физического или от юридического лица, неважно. И четвертый вариант – это кредитные средства. Вы, заявитель, не обязан выбирать какой-то один из вот этих четырех пунктов. Это может быть комбинация. То есть он условно может из этих 30% половину привлечь собственных средств и половину, если не хватает, там, допустим, заемных средств. Или там средства кредитные и там, средства инвестора. Ну, то есть комбинации могут быть разные, но в сумме вы должны выйти на 30% от суммы гранта. Каким образом это подтверждается? Если вы привлекаете собственные средства, вы должны представить, во-первых, решение учредителей о том, что вы эту сумму выделяете под конкретный проект. И второе, вы должны подтвердить, что эти средства у вас есть. Это может быть финансовая отчетность. Если из нее однозначно можно увидеть, что эти средства у вас, у предприятия, у заявителя имеются, или вы представляете выписку с расчетного счета в банке о том, что эта сумма у вас имеется. Средства инвестора и заемные средства – это подтверждение их привлечения, это договор. Соответственно, договор инвестирования, инвестиционный договор, по-разному можно их называть, и, соответственно, договор займа. Ну и кредитный договор. То есть любой пункт закрывается обязательным набором документов, которые поименованы все в положении. В положении прям подробно расписано, какие документы являются подтверждением. Но я просто хочу, чтобы вы уловили общую суть, что про собственные средства я сказал, что это решение акционеров, плюс подтверждение наличия этих средств по остальным трем пунктам – это договор и также подтверждение наличных средств, то есть наличие средств. Понятно, по кредитному договору наличие средств подтверждать не нужно. Если вы показываете привлечение средств инвестора или заемные средства, вы должны подтвердить, инвестор или заимодатель должны подтвердить, что эти средства имеются. Опять же, или финансовой отчетностью, или выпиской со счета. Дальше, к критериям отбора заявок. Критерии отбора заявок в целом похожи на те критерии, которые я вам демонстрировал по старту, с небольшими нюансами, которые связаны с зрелостью проекта. Здесь добавляется оценка финансово-экономического состояния предприятия, наличие возможности привлечения материально-технической базы, необходимой реализации НИОКР. Но в целом основные, скажем так, основные блоки критериев и основные подкритерии, они идентичны и направлены первое на оценку научно-технической составляющей проекта, второе на финансово-экономическую составляющую проекта, третье на кадровую.
Опять же, если нужно, потом готов более подробно остановиться на каждом. Обращу лишь внимание, что в положении, в приложении к положению конкурса, где все вот эти критерии перечислены, перечислены вот эти подкритерии, и напротив каждого подкритерия указано, что именно экспертами оценивается по данному подкритерию. То есть что смотрится, что нужно указать в заявке, чтобы эксперты могли однозначно оценить ту или иную информацию, которую вы представляете по проекту. Теперь о том, когда у нас завершается прием заявок. Все заявки у нас подаются только в электронном виде через электронную систему онлайн FSE.ru. Вы можете попасть туда напрямую, используя данную ссылку, или можете попасть через наш официальный сайт, где есть объявление о конкурсе. Там же на официальном сайте размещено положение о конкурсе, которое обязательно нужно изучить перед тем, как подавать заявку. И там же есть ссылка на вот эту систему онлайн-ФСЕ. Значит, конкурсы по развитию ЦТ, заявки по конкурсу развития ЦТ у нас принимаются до 10 часов утра 31 января текущего года. Заявки по конкурсу «Старт ЦТ-1» до 10 часов 14 февраля. Еще раз обращу ваше внимание, что это не последние конкурсы по данным направлениям в этом году. Еще точно будут очереди. Если вы понимаете, что вы не успеваете податься на эти, вам нужно время для того, чтобы структурировать свою заявку, мы обязательно эти конкурсы объявим. Я думаю, что в следующем месяце мы их будем объявлять. Поэтому успеете — хорошо, не успеете — ждем вас на следующих. Количество заходов в конкурсы не ограничено. Условно, если вы приняли участие в конкурсе, ваша заявка не получила поддержку, вы можете прийти на следующий конкурс. Никаких ограничений на количество заходов у нас нету. Также хотел бы обратить внимание, время, до которого принимаются заявки. Это 10 часов. Как правило, по всем конкурсам у нас отсечка в 10 часов утра понедельника. Как правило, большинство заявителей пишут заявки, или, по крайней мере, подают их в самый последний момент. То есть самая работа начинает кипеть в субботу и воскресенье, последние перед закрытием конкурса, и кнопки все нажимают без 5-10. Хочу вас предостеречь, что лучше подавать заявку все-таки раньше. Это связано с тем, что так как единовременно все пытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, могут быть какие-то накладки на стороне заявителя, могут быть какие-то проблемы с системой из-за того, что ее перегружают количеством заявок. Поэтому лучше подать заявку заранее. Более того, если вы отправили заявку на рассмотрение до 10 часов, до того времени, которое здесь указано, вы можете эту заявку вернуть на доработку и подать заново. То есть то, что вы, 30 января направили ее на конкурс, это не значит, что вы ее не можете вернуть на доработку, доработать и подать снова. Но в 10 часов все, флажок падает, и все, что уже к нам попадает после этого времени, вернее, пытается попасть, мы уже не принимаем. Система настроена таким образом, что после указанного дедлайна ничего дозагрузить в те заявки, которые там были сформированы, или поданы, или не поданы, никакие дополнительные материалы загрузить туда нельзя. То есть все, что вы хотите разместить в заявке, нужно успеть туда разместить до этого времени. Теперь по непосредственно порядку проведения конкурсного отбора более подробно расскажу, и дальше пройдусь по основным моментам, связанным с ошибками заявителей. Значит, здесь представлена достаточно сложная схема наших конкурсных процедур. Она у нас установлена
НАП-советом фонда. Она фактически без изменений у нас проходит по всем конкурсам. Она достаточно сложная, и там, из-за этого у нас достаточно растянутые конкурсные процедуры, но, что называется, что есть, то есть. И я пройдусь вот так совсем вкратце, остановлюсь там на каждом блоке. Как я уже говорил, все проекты к нам поступают через информационную систему онлайн-ПСЕ. После того, как вот в 10 часов закрылась система, мы силами фонда проводим проверку заявок на соответствие требованиям и наличие необходимых документов. То есть это формальная оценка соответствия заявок тем требованиям, которые установлены положением о конкурсе. Если заявка проходит удачно этот этап, она направляется на независимую заочную экспертизу. У фонда достаточно большая база экспертов внешних, которых мы привлекаем для экспертизы проекта. По каждому проекту мы назначаем минимум 2 независимых эксперта, которые по тем критериям, которые я показывал выше, оценивают те заявки, которые поступили. И, соответственно, ставит им определенные баллы. Здесь вот справа есть некое такое ответвление. Это выборочный выездной мониторинг предприятий заявителей. Он касается только, в нашем случае, программы развития ЦТ. К старту он не относится. По старту, условно, смотреть пока еще нечего. Поэтому там это... Там этап опускается. Вот, если же ваша заявка получила хорошие баллы по независимой заочной экспертизе, то в компанию приезжает представитель фонда, который на месте, задача которого на месте оценить, насколько та информация, которая представлена была в материалах заявки, соответствует действительности, что компания есть, что есть необходимые площади, есть необходимое оборудование, есть необходимые кадры. Следующий этап рассмотрения – это рассмотрение на экспертном жюри. Опять же, рассматриваются не все заявки, а только те заявки, которые прошли успешно и этап независимой заочной экспертизы, и выездной мониторинг. Опять же, это то, что касается развития ЦТ. Что из себя представляет жюри? Жюри здесь есть как бы два разветвления. Первое – это то, что если мы сейчас берем конкурс «Старт ЦТ-1», то на экспертное жюри, на очное экспертное жюри выносятся все заявки, которые получили положительные оценки на независимой заочной экспертизе. Экспертное жюри – это несколько экспертов, которые, как правило, в онлайн-режиме посредством Zoom или нашей системы МКС проводят заседание, которое строится в следующем ключе. Каждый заявитель, который попал на жюри, ему предоставляется возможность в течение 5 минут показать презентацию, рассказать о своем проекте и потом защитить свой проект перед жюри. То есть жюри слушает, смотрит материалы заявки, смотрит результаты оценки, задает какие-то вопросы, которые возникли на предыдущем этапе или которые у них возникли в ходе презентации проекта. И дальше уже, собственно, выносит свой вердикт. Следующий этап – это результаты экспертизы. Вернусь назад. Экспертное жюри, то, что касается старта ЦТ, я сказал, то есть это все, кто рекомендованы по результатам заочной экспертизы, заслушиваются очно. То, что касается развитие ЦТ, там может быть комбинированная история. То есть есть проекты, которые рассматриваются заочно, по которым условно нет вопросов. Если по каким-то проектам возникают вопросы, которые требуют очного рассмотрения, то есть требуется задать какие-то дополнительные вопросы заявителям, эти компании вызываются на жюри. Результаты экспертной оценки утверждаются экспертным советом фонда. Это наш экспертный орган, который возглавляет академик Алдошин, который включает в себя в первую очередь людей научных, которые, скажем так, верифицируют результаты экспертизы. Дальше идет рассмотрение на конкурсной комиссии фонда, и дальше уже результаты утверждаются
дирекции фонда. И на выходе у нас получается протокол, в котором указываются заявки, которые отклонены по формальным признакам, то есть вот которые светили в самом начале, неподдержанные заявки, это те заявки, которые не рекомендованы поддержки по результатам проведенной экспертизы, по результатам рассмотрения, и поддержанные заявки. С поддержанными заявками все понятно, с ними заключаются договоры, они получают грант на финансирование, неподдержанные заявки, расскажу потом отдельно, могут запросить результаты рассмотрения своей заявки. Хочу обратить внимание, что вот все вот эти конкурсные процедуры, они не имеют промежуточных стадий, то есть заявитель не может узнать, на каком этапе сейчас находится их заявка и какие промежуточные итоги там у их заявки есть, да, то есть прошли они на следующий этап, не прошли они, то есть в личном кабинете в системе онлайн-ФСЕ у них будет гореть надпись на рассмотрение. То есть, соответственно, по результатам экспертного жюри вердикт выносится заочно, не сообщается заявителю сразу же. Ну и, соответственно, еще раз повторюсь, так как процедура достаточно сложная, она достаточно времяемкая, поэтому от момента окончания приема заявок до окончания, до подведения итогов у нас проходит порядка 2 месяцев. Теперь непосредственно к подаче заявки. Что же нужно для того, чтобы удачно пройти все вот эти многочисленные ступени экспертизы. Первое и самое главное, каждый раз мы про это повторяем, но, к сожалению, не всегда нас слышат, почти вся информация, за редким исключением, кроме каких-то нестандартных историй, прописана в положении. Там прописано, кто может стать участником, какие требования к участнику, какие требования к заявке, перечень документов, которые должны быть в составе заявки, каким образом проводится экспертиза, каким образом проводится реализация проекта. Все-все-все это написано в положении. Положение всегда доступно на нашем официальном сайте в объявлениях о том или ином конкурсе. Большая просьба перед тем, как заполнять заявку, перед тем, как звонить в службу поддержки или писать, почитайте, пожалуйста, положение. Мы стараемся их сделать максимально информативными, и, ну, на мой взгляд, большинство ответов, вернее, ответы на большинство вопросов в этих положениях есть. Второй момент. Заполнение заявки. Заявка у нас это интерактивные формы с возможностью или с необходимостью приложения тех или иных документов. Там тоже все достаточно подробно написано, с подсказками. Те поля, которые необходимо заполнить, помечены звездочкой, те, которые заполняются по желанию, ничем не отмечены. Но важно понимать, что чем больше информации вы дадите по проекту, тем больше фактуры будет у экспертов. Это очень важно для этапа заочной экспертизы, когда эксперт работает только с теми материалами, которые у него есть в системе. То есть у него нет возможности задать вам дополнительный вопрос уточняющий. У него нет возможности запросить какие-то документы дополнительные. Он ориентируется только на то, что вы погрузили в заявку. Это дальше, если ваша заявка вышла на этап очного жюри, тогда у вас появляется возможность и показать презентацию, рассказать, сделать какие-то акценты по своему проекту и какие-то дополнительные документы в рамках этой презентации показать. Но вот до этапа очного жюри нужно еще дойти. Да? И вот этот вот самый, наверное, такой серьезный барьер, который отсекает большинство заявок, это как раз заочная экспертиза, где у экспертов есть только то, что вы предложили изначально. Поэтому максимально подробно, максимально содержательно, с всеми необходимыми документами. Если у вас какие-то есть вопросы, касающиеся положения, непонятной трактовки или какой-то у вас нестандартный случай, вы можете обратиться в нашу консультационную поддержку. Вот телефон здесь есть, телефон есть на сайте и есть чат-бот на сайте.
Мы всегда ответим. Коллеги знают ответы почти на все вопросы. Если нет, они обращаются к нам. И там, сообща, мы всегда ответим на те вопросы, которые у вас возникают. Также здесь отмечу, что никакие консалтинговые компании, которые предлагают свои услуги, они нелегитимны и к фонду никакого отношения не имеют, чтобы они вам не рассказывали. Вот, поэтому, если есть вопросы, лучше задайте их фонд напрямую. Теперь пройдусь по основным моментам, которые связаны с оценкой заявки, типовые ошибки, которые возникают при подаче заявки. Первый этап, про который я говорил, это формальная экспертиза. То есть когда мы проверяем заявки, содержание заявок на соответствие требованиям положений по конкурсу. Какие здесь основные ошибки? Первое. Это касается и старта, и развития. Я буду говорить, где есть какие-то отдельные акценты. Если вот никаких уточнений нет, значит, это касается и того, и другого конкурса. Значит, первый момент. Заявитель, руководитель предприятия, научный руководитель одновременно участвует в других проектах, финансируемых фондом в настоящее время. Пример. Вы, как заявитель, пришли на старт один, но при этом сами участвуете в качестве научного руководителя в старте простом, который финансируется с прошлого года. Такую заявку мы будем снимать. То есть предполагается, что вы, приходя на конкурс, сосредотачиваете все свои усилия, все свои ресурсы, там, и временные в том числе, на конкретном проекте. Вам под это государство дает деньги, поэтому вы фокусируетесь на одном проекте. Вам никто не запрещает участвовать в проектах последовательно. Вы сначала один прошли, потом второй, неважно, с этой же компанией или с другой. Но одновременно вы должны быть сфокусированы на одном проекте. Не так много заявок по этому критерию слетает, но тем не менее. Следующий момент. Это касается конкурса «Старт СТ-1». Про него я уже говорил, что дата регистрации предприятия составляет больше 2 лет до даты подачи заявки на конкурс. Если вы заходите не как физическое лицо, а как заявка идет от заявителя юридического лица, проверьте, пожалуйста, чтобы вот это условие выполнялось. Если у вас предприятие старше 2 лет, подайтесь как физическое лицо. Или рассмотрите вариант участия в каких-то других конкурсах. Если вы превышаете хотя бы на один день это условие, заявка, к сожалению, снимается. Следующий момент. Заявитель отсутствует в едином реестре МСП. Про это я уже говорил. Неважно, ваше предприятие может иметь все признаки малости по выручке, по средней списочной численности. Но при этом, если вас нету в едином реестре МСП или вы оттуда были там, или вы были, но вас сейчас там нету, неважно по какой причине, мы тоже такие заявки будем снимать с рассмотрения. Нам очень важно, то есть, ну, это единственный инструмент, скажем так, верификации того, что ваше предприятие малое, это наличие в данном реестре. Следующий момент. Заявка не содержит исчерпывающий набор документов, в том числе подтверждающих привлечение бюджетом софинансирования. Про это я уже говорил, что софинансирование, где оно требуется, из тех двух конкурсов, которые мы рассматриваем, речь идет про развитие ЦТ. Обязательное софинансирование в размере не менее 30%. Я вам рассказал, что есть 4 варианта подтверждения, 4 варианта привлечения внебюджетных средств и различные способы подтверждения их наличия. К сожалению, очень часто заявители прикладывают или не те документы, или документы, из которых нельзя однозначно оценить
то, что предприятие способно привлечь внебюджетные средства. Например, заявитель говорит о том, что он привлекает собственные средства, но он прикладывает решение учредителей, допустим, не всех учредителей, а только части из учредителей. Или внутри не указывается наименование проекта. Или прикладывается решение, но не прикладывается справка из банка и согласно финансовой отчетности, таких средств у компании-заявителя нету. Это все является причиной отклонения, отклонения заявки. То же самое касается договоров на, допустим, инвестиционных договоров или договоров займа. Допустим, приложен договор займа с физическим лицом, но при этом нет никаких документов, подтверждающих, что у данного физического лица есть необходимые средства. К этому же пункту относятся и другие обязательные документы. Это документы, касающиеся юридических лиц. Это документы, подтверждающие значение среднесписочной численности работников предприятия и касающиеся финансовой отчетности. В принципе, эти поля в заявке отмечены звездочкой, и вы не физически не можете подать заявку, если в этом поле ничего нету, но люди очень часто прикрепляют туда или не то, или не совсем то, или просто там, условно пустой документ. Проверяйте, какие документы у вас прикреплены к заявке. Дальше мы перейдем к критериям. Как я уже говорил, три критерия, которые включают в себя подкритерии. Если заявка прошла формальный отбор, дальше она уходит на заочную экспертизу, где два эксперта, независимо друг от друга, смотрят ваши заявки по тем критериям, которые, еще раз повторюсь, указаны в положении. Они не придумывают какие-то свои критерии, они не вправе от них отступать, они смотрят именно то, что было задано конкурсной документации. Итак, первый критерий – это новизна разработки и эффективность предлагаемых в проекте решений. Значит, первый блок – это блок, уникальный для цифровых конкурсов. Ваш проект должен соответствовать выбранному направлению поддержки разработки отечественных ИТ-решений. То есть вы должны выбрать правильный лот и выбрать следующий уровень классификатора, да, то есть те, скажем так, те поднаправления, на, там, в рамках которых реализуется ваш проект. Если ваш проект, вы, что называется, не туда попали, да, оценка может быть снижена. Еще раз обращу внимание, что вот все ошибки, которые здесь приводятся, они не ведут к отклонению заявки, они ведут к снижению баллов. То есть если вот на предыдущем слайде мы говорили про те ошибки, которые ведут к снятию заявки с рассмотрения, то вот дальше, о чем мы будем говорить, это те моменты, из-за которых просто может быть снижена оценка, иногда существенно снижена. Итак, первое – это вы промахнулись с направлением. Здесь, во-первых, оценивается то, насколько вы корректно выбрали это направление, это раз, насколько вы правильно обосновали это. И второй момент – это… Если вы неправильно выбрали это направление, мало того, что будет снижена оценка, это еще может попасть не, скажем так, не к профильному эксперту. Мы стараемся подбирать экспертов, понимающих, разбирающихся именно в данном лоте. Если вы неправильно указали лот, просто будут смотреть люди, которые условно могут в этом меньше разбираться. Это тоже снижает вероятность положительного исхода для вашей оценки. Следующий момент. В проекте отсутствует новизна. Неважно, научная, техническая, технологическая. То, что вы предлагаете, должно быть новым. Это должна быть какая-то новация, которая или
условно, что-то подобного или нету на рынке вообще, или нету, допустим, с сопоставимыми характеристиками. То есть вопрос конкурентоспособности это отдельно, но должна быть, не знаю, мы поддерживаем проекты, в которых есть инновации. А следующий момент. Так как эти проекты связаны с реализацией НИОКР, есть два документа, которые, по сути, определяют контуры этого проекта. Это календарный план и техническое задание для развития ЦТ-1600. На то, насколько вы подробно, насколько четко вы сможете заполнить эти документы, тем проще у экспертов будет понять, насколько ваш проект реализуем в принципе, насколько достижимы те требования, которые вы указали, насколько они соизмеряются с теми работами, которые вы указали в календарном плане, и что, в принципе, это работы выполнимы в те сроки, которые вы заявляете, и, главное, в те деньги, которые вы заявляете. Потому что частый пример. Техническое задание заполняется по остаточному принципу и прописываются какие-то верхнеуровневые показатели, верхнеуровневые значения, по которым вообще, в принципе, сложно что-либо разработать. То есть у эксперта нет понимания о том, что вы собираетесь сделать, какие характеристики вы хотите достичь и как, условно, допустим, это сравнивать с конкурентами. Поэтому техническое задание должно быть максимально информативно, и оно должно содержать измеримые количественные и качественные параметры. Соответственно, календарный план должен содержать перечень работ, чтобы было понятно, что вы в какой последовательности хотите сделать. Если информации мало или информация противоречива, да, соответственно, могут быть вердикты вот такие, да, что достижение заданных требований ТЗ в рамках данного проекта невозможно. Обратите на это внимание, это тоже существенно влияет на оценку заявки. Второй момент. Отсутствует или не представлен научно-технический задел по проекту. Здесь вот разделено две истории. Первое. Если вы подаете заявку на старт, какого-то феноменального научного задела у вас может не быть. Но при этом вы должны показать, что вы пришли не просто с голой идеей, а вы эту идею каким-то образом уже прорабатывали. Это могут быть научно какие-то технические публикации, это могут быть какие-то макетные образцы, которые вы уже сделали. То есть какие-то подходы к снаряду у вас уже должны быть, желательно. Потому что если вы просто на пальцах пытаетесь объяснить, что вы будете что-то делать, но при этом у вас никакого задела нету, ну, вопрос, как это оценят эксперты. А если вы приходите на конкурс развития ЦТ, предполагается, что у вас уже проведены предварительные НИОКРы, то есть у вас уже получены какие-то результаты в виде экспериментального образца, проведены какие-то испытания, есть протоколы этих испытаний, есть какая-то интеллектуальная собственность, которую вы получили при прохождении предыдущих этапов развития проекта. При этом, если вы приходите на развитие ЦТ, это не обязательно этот задел получен в рамках грантов, которые получали в фонде Бортника. Не обязательно, это может быть, вы сами могли заниматься этим, вы могли вкладывать собственные средства, но эксперты должны понимать, что какая-то значительная часть работы уже сделана, вы не с нуля будете начинать проект. И последний момент, если вы заявляете какую-то интеллектуальную собственность по проекту, она должна принадлежать вам. То есть если это патент, то патент должен быть оформлен на вас. Если вы как физлицо заявляетесь, он должен быть оформлен на физлицо. Если вы заявляетесь как юрлицо, патент должен быть оформлен на юридическое лицо. Если это патент получен условно, допустим, вузом, вы планируете его использовать, то необходимо представить в составе заявки лицензионный договор, заверенный, зарегистрированный в ФИПСе о том, что эти виды вам передаются. То есть просто так прикладывать рандомные патенты или там сидеть на программу ВМ, которые к вам никакого отношения не имеют, или где вы, допустим, выступали только в качестве автора, вы не можете. Вы можете это показывать как некий свой бэкграунд, некий
некий свой опыт, но не как задел по проекту. Обратите на это внимание. А следующий критерий – это достижимость запланированных результатов и показателей проекта. Это так, следующий большой блок, связанный с коммерциализацией, коммерциализацией проекта. Здесь следующие частые ошибки. Если мы говорим о больших конкурсах, в данном случае это развитие ЦТ, куда вы приходите с компанией, которая уже должна иметь в том числе продажи. Оценивается ее финансово-экономическое состояние. То есть вы обязаны будете приложить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, приложить формы, подтверждающие значение ССЧ. На основании этих данных экспертам оценивается вообще, в принципе, ваше состояние, состояние вашего предприятия. Если у вас там, вы как компания там нерентабельна, или у вас нету выручки, или эта выручка она не, скажем так, не профильная, или из этих документов там нельзя оценить возможность привлечения внебюджетного софинансирования, это все будет вести к снижению оценки. Следующий момент. Не подтверждено наличие внебюджетного софинансирования. Это как раз вот про состав документов. То есть не про наличие документов, а про состав. То есть вы приложили документы, но они или некорректно оформлены, или из них невозможно однозначно оценить, что вот, условно там, необходимая сумма у вас имеется или она у вас будет в рамках реализации проекта. Следующий момент. Те методы и способы решения задач, которые вы указали в заявке или не указали, не будут способствовать выполнению НЕОКР. Это, по сути, относится скорее к первому блоку, но, тем не менее, экспертам важно понимать, что вы не только обрисовали тот перечень работ, которые вы хотите сделать, и те задачи, которые вы хотите решить, но те методы и способы решения, которые вы указали, они способствуют решению этих задач, то есть что НЕОКР, в принципе, будет вами выполнен. Следующий момент. Обязательно требуется подтверждение наличия команды. Вы должны, во-первых, материалы заявки привести, поименовать всех специалистов. Вы должны указать уровень их образования, их участие в проекте и их опыт. И по возможности приложить документы, которые подтверждают их квалификацию. При этом у нас нет каких-то ограничений. Вы можете прикладывать любые документы. Это могут быть дипломы об образовании, это могут быть там, сертификаты о прохождении курсов или удостоверения. Любые документы, которые позволят экспертам снять вопросы по квалификации. Тут тоже должно быть какой-то принцип разумной достаточности. Прикладывать школьные грамоты не нужно, вот, но те документы, которые там, вы считаете способны подтвердить квалификацию специалиста, которого вы привлекаете, обязательно прикладывайте. В системе заполняется одна таблица, и туда же прикладываются документы. Плюс еще есть достаточно большой блок в бизнес-плане, где это тоже раскрывается, где можно подробно расписать опыт работы, опыт выполнения аналогичных проектов. Следующий момент. Это касается тоже конкурса развития ЦТ. Требуется подтверждение наличия у вас материально-технической базы для реализации проекта. То есть вы должны представить доказательства того, что у вас, во-первых, есть необходимые помещения и у вас есть необходимое оборудование. Для айтишных проектов здесь, наверное, все это проще. Здесь никто не заставляет вас иметь обязательно в аренде помещения или в собственности. У вас там, условно, может быть там, на руках какое-то количество ноутбуков, арендована стойка в ЦОДе серверная. Вот. Этого достаточно, но нужно подтвердить, что это у вас есть, что у вас есть необходимые ресурсы, необходимая инфраструктура для того, чтобы этот проект реализовать. Для старта это не обязательно. Там все-таки не настолько ресурсоемкие проекты. И последний критерий – перспективность внедрения
и коммерческой реализации продукта, создаваемого в рамках проекта. Это блок, непосредственно связанный с коммерциализацией, с выводом, с планами по выводу разрабатываемой продукции на рынок. Какие здесь наиболее частые ошибки заявителей? Первое. Это касается и старта ЦТ, и развития ЦТ. Должна быть проведена заявителем некая аналитика относительно того, на какой рынок вы идете, какой объем этот рынка, кто на этом рынке есть, куда этот рынок движется. Если в старте это достаточно там небольшой блок, который заполняется в самой системе, то для развития ЦТ это достаточно большой раздел, включенный в бизнес-план проекта. Там никто не заставляет вас проводить полноценное там, маркетинговое исследование или там, какую-то полноценную аналитику, но вы должны понимать, на какой рынок вы идете, с чем вы столкнетесь, и там, эксперты должны понимать, что вы осознаете все эти риски, которые связаны с выходом на этот рынок, что в принципе этот рынок есть, что порог на входа на этот рынок он не достаточно высокий, да, что вы можете туда зайти. Не нужно писать здесь какую-то общую аналитику, взятую из интернета. Тут важно понимать, что именно ваш продукт под именно конкретный целевой рынок, как он ложится, там, насколько правильно вы этот рынок там выбираете, насколько правильно вы понимаете его. Следующее. Отсутствует подтверждение востребованности создаваемого продукта. Конечно, на старте никто от вас не будет требовать никакого подтверждения. Если у вас есть какие-то предварительные договоренности с кем-то, кому-то интересен ваш проект, кто-то готов этот проект подхватить после окончания там, проекта по старту, это замечательно, это только в плюс. Но, повторюсь, требовать от вас никто это не будет. Вы должны просто понимать, кому вы сможете свой продукт в перспективе продавать. Если же вы заявляетесь на развитие ЦТ, то здесь вы должны... мало того, что четко понимать, кто у вас будет покупателем, вы должны желательно приложить письма поддержки, там, возможно, там договоры предварительные на поставку продукции, там, любые документы, которые подтверждают интерес к вашей продукции. Здесь также вот, хочу обратить внимание, от вас не требуется никаких жестких контрактов на поставку конкретного там, объема продукции в такие-то сроки, или там клятва кровью, что у вас обязательно это купят. Здесь любые документы, которые позволят оценить серьезность намерений потенциальных потребителей. Это могут быть комфортные письма, это могут быть предварительные договоры, это, ну, то есть любой документ, который подтверждает интерес. Но чем этот документ более, там, назовем так, серьезнее, там, чем более конкретно прописаны условия дальнейшего сотрудничества, тем лучше. Но опять же, это не мы не заставляем это делать. Крайне желательно, но не обязательно, это не будет являться отсекающим фактором. Следующий важный момент касается и старта, и развития ЦТ. Это нужно провести сравнение с конкурентами, нужно провести его корректно. Очень часто получается так, что заявитель пишет, что конкурентов нету, точка. Для любой продукции, поверьте мне, всегда можно найти конкурента. Если не прямого, то косвенного. Решение каких-либо задач, там, не знаю, практических, научно-технических, оно может быть реализовано различными методами, различными способами. Если нет прямого конкурента, приведите конкурента косвенного, который решает аналогичные задачи, но другими средствами. То есть любые сравнения, они пойдут в плюс. Экспертам важно понимать, что вы понимаете, опять же, рынок, вы понимаете, с кем вы будете там конкурировать, по каким критериям вы сможете конкурировать с теми или иными продуктами.
Особенно это касается IT-проектов. Очень много решений есть, очень много решений создается. Нужно постараться найти максимально близкие и провести с ними сравнение. В идеале сравнение провести по конкретным там, технико-экономическим параметрам, не качественным, а лучше даже и качественным, и количественным. Потому что некоторые проводят просто там, некое качественное сравнение, там, соответствует, не соответствует, да нет. Не всегда это удобно, не всегда это можно однозначно интерпретировать. Опять же, техническое задание, где вы прописываете конкретные параметры своего продукта, оно должно биться с вот этим сравнением. То есть, да, из этого сравнения должно быть понятно, где конкурентные преимущества вашей продукции. Для старта ЦТ это, опять же, блок в интерактивный блок в самой заявке. Для развития ЦТ это блок в бизнес-плане. Следующий момент. Бизнес-модель создания развития продвижения продукта необоснованна или нежизнеспособна. Здесь вот здесь чаще всего проблемы возникают как раз у стартовиков. Не очень не понимают, что это такое, что с этим делать. Но мне кажется, сейчас достаточно много информации, в том числе в открытых источниках, там, да, посмотреть, что же такое бизнес-модель, что она должна включать, какие основные пункты должны входить в нее. Здесь вопрос даже скорее там, некой качественной оценки, не всегда на уровне научно-технической идеи, с которой заходят на старт, можно оценить дальнейшее развитие проекта именно в части коммерциализации. Те, кто заходят на развитие, им немножко полегче, тем более, если у них уже есть какие-то продажи, им проще верифицировать эту бизнес-модель на предмет ее жизнеспособности. И последний момент – это зачастую заявители, это в первую очередь касается заявители на крупные конкурсы, заявители на развитие ЦТ, не проводят анализ рисков. Есть отдельный блок, включенный в бизнес-план, посвященный анализу рисков. Нужно включить все возможные риски, с которыми ваш проект может столкнуться, оценить вероятность их реализации и привести расшифровку, или не расшифровку, а ваше видение того, как эти риски, там, вероятность их наступления можно минимизировать. Основные вещи я, наверное, проговорил по критериям. Еще раз повторюсь, вот все критерии, которые я здесь указал, это не причина отклонения, это причина снижения оценки. То есть, условно, если по вот этому критерию у вас максимальный критерий, там, вернее, максимальная оценка 5 баллов, вы там, не знаю, не указали там конкурентов, ну, вот у вас будет там минус балл там, или там минус полтора балла, это в зависимости от того, как эксперт на это посмотрит. То есть задача, еще раз по критериям, максимально понять, насколько ваша заявка отвечает на все ответы, удовлетворяет всем вот этим критериям, под критериям. Теперь как резюме, да, как повысить шансы прохождения проекта. Еще раз очень прошу вас внимательно прочитайте положение о конкурсе. Еще раз повторюсь, почти вся информация там есть. Подробно заполняйте заявку в системе. Те поля, которые рекомендуем заполнить, это только в плюс вашей заявки. Правильно выбирайте направление проекта. Про то, что я говорил, что если ваше направление, если вы неправильно выбрали направление, это может привести к тому, что просто ваш проект будут оценивать те эксперты, для которых данная тематика нерелевантна. Формулировки работы должны соответствовать целям и задачам научно-технических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. То есть это проект должен быть там исследование и разработка, то есть создание. То есть формулировки работ должны звучать именно так. Создание научно-технической продукции. Дальше. Про три ключевых блока я рассказал, здесь вот еще раз выделено, да, то есть у вас заявка должна
умножается научно-технический уровень разработки, потенциал ее коммерциализации, и заявка должна отвечать на вопрос, кто реализует проект, и подтверждать, насколько высока квалификация привлекаемых членов проектной команды. И последнее, еще раз остановлюсь на важность заполнения, грамотного заполнения технического задания. Если ваша заявка выигрывает в конкурсе, вот это техническое задание, оно фактически, не взбалтываясь, переносится в договор, который вы подписываете с фондом. Соответственно, если вы написали там какие-то нереальные показатели, которые там эксперты пропустили, или они посчитали, что вы способны это реализовать, они лягут в основу того договора, который вы подпишете. И, соответственно, на выходе из проекта вы должны подтвердить выполнение этих требований. Если требования изначально там были некорректно указаны, вы просто можете там столкнуться с тем, что проект не может быть реализован в принципе. И тогда вплоть до того, что там, мы можем расторгнуть договор с возвратом средств. Поэтому просим максимально, что называется, ответственно подойти к заполнению заявки в целом и ТЗ в частности. Итак, на сайте, нашем официальном сайте публикуется протокол итогов конкурса. Как я уже говорил, это порядка 2 месяцев от момента окончания приема заявок. У вас меняется статус в личном кабинете. Соответственно, статус у вас был на рассмотрении, он меняется на отклонена или поддержана. Если отклонена, значит, ваш проект не рекомендован к финансированию, поддержана, значит, с вами будет заключаться договор. Здесь 2 вилки. Первое. Если заявка подавалась от физического лица, это, я повторюсь, только старт CT1, у вас на все про все будет 2 месяца 60 дней. Заявитель должен создать юридическое лицо. На этот дается 30 дней. При этом заявитель должен стать руководителем. Обязательно он должен стать руководителем этого юрлица. Не кто-то из членов команды, не научный руководитель. Сам заявитель должен стать руководителем. Оценивая его заявку, он должен, что называется, за это отвечать. Важно, если создается ООО, у него должны быть определенные коды АКВЭД. Это должен быть обязательно 72.1, то есть научно-исследовательской разработки, и плюс один из, скажем так, айтишных АКВЭДов. Они здесь приведены, они приведены в положении. Тоже касается и заявок, если у нас заявки есть от юридических лиц, эти АКВЭДы должны быть у вас. На момент рассмотрения не обязательно они должны быть, но к моменту заключения договора с юридическим лицом эти АКВЭДы должны быть. Вот на второй вкладочке я не поправил, там АКВЭДы точно такие же. 72.1 плюс один из айтишных. И, собственно, компания должна быть внесена в реестр МСП. Вы там регистрируете ООО, подаете необходимую информацию в налоговую, и фонд предоставляете выписку из ЕГРН. И, собственно, дальше у вас 30 дней на то, чтобы заключить договор, который вы подписываете электронной подписью. То есть, еще раз, если заявка от физического лица, физическое лицо признано победителем, 60 дней на заключение договора. Если заявка подавалась от юридического лица, от ООО, неважно, это старт или это развитие, на все про все 30 дней. АКВЭДы, наличие в реестре МСП, подписывайте в электронной подписью. Если проект не рекомендован, вы можете подать заявку через личный кабинет. После того, как у вас изменился статус на отклонена, вы можете подать запрос на разъяснение результатов экспертизы. И мы в течение 30 дней предоставим вам ответ о том, почему ваша заявка не прошла. Это не то, чтобы там прямо очень подробная
описание, но тем не менее тезисно мы говорим о том, где есть слабые места в вашей заявке, что именно требуется усилить, что требуется доработать для того, чтобы вы могли снова поучаствовать в наших конкурсах. Дорабатываете заявку, подаетесь снова. Еще раз повторюсь, никаких ограничений по количеству заходов на конкурсы у нас нету. Вы можете подаваться на конкурсы различные, на всю линейку, которая у нас есть. Смотрите, главное, чтобы соответствовали тем критериям, которые устанавливаются конкурсом. Ну и, собственно, айтишная тематика в том или ином виде присутствует везде. Это могут быть и классические старты, и там, допустим, конкурсы, связанные с искусственным интеллектом, и коммерциализация, и простая, и искусственный интеллект. То есть у нас очень большая возможность для получения гранта. Наверное, основные вещи рассказал, мне кажется, достаточно подробно. Вот, если нужно где-то остановиться на чем-то еще более подробно, вот, или что-то уточнить, что называется, готов. Андрей, большое спасибо. Действительно, очень подробная информация. Я думаю, что на большую часть вопросов вы ответили, но тем не менее наши участники ждут ответ на конкретно свой индивидуальный вопрос. Поэтому сейчас, коллеги, те, кто участвует у нас в Zoom, если у вас есть вопросы, вы хотите, ну вот уже первый желающий есть, поэтому я предлагаю, давайте вначале послушаем вопросы участников, кто с нами сейчас в Zoom, а дальше перейдем уже непосредственно на ответы, которые не получили в процессе вашего выступления. Коллеги, те, кто нас слушает на канале YouTube, пожалуйста, еще раз посмотрите внимательно на ваши вопросы. Ну вот я уже почитала, смотрю, на часть вопросов Андрей ответил в рамках своего выступления. Если вы не получили ответ на ваш вопрос или у вас какая-то индивидуальная по вашему проекту уточнение, то пишите в чат, мы обязательно его озвучим. Так, пожалуйста, Максим Логинов, прошу открыть микрофон. Максим, вы можете задать ваш вопрос. Коллеги, здравствуйте. Очень рад вас видеть, слышать. Спасибо большое, очень содержательно. Мы не молодая компания, нам 10 лет, мы стали резидентами Сколково. Мы зарегистрировали свой проект в реестре ПО. И ранее мы обращались за поддержкой фонда, и наша заявка была отклонена в силу того, что эксперты, видимо, не видели коммерческой реализации, возможности коммерческой реализации сложного IT-продукта. Мы делаем платформу для сборки суперприложений, суперэпов. И в том числе это связано с разработкой, наш продукт связан и с коммуникационными технологиями, там есть мессенджер, и с разработкой инструмента для создания новых приложений внутри суперэпа. Да? И сейчас фактически весь функционал этой платформы присутствует, мы выходим на рынок, мы наконец-таки начали это все продавать, и мы сузили в своей заявке, специально сузили описание всего продукта до конкретной коммерческой, ну, реализуемой задачи, которую мы вот сейчас продаем. И когда мы это делали, у нас возникли следующие моменты. Какие у нас возникли вопросы? Одну секунду, я вот зафиксировал. Первое. У нас в ТЗ указано описать будущий продукт. И мы конкретно описываем весь будущий продукт, хотя сейчас у нас задача сделать сервер чат-ботов, который работает с приложениями внутри платформы, сделать сервер чат-боты, который работает с клиентскими приложениями снаружи, и сделать, соответственно, реализацию этих приложений для Android и для iOS. То есть задача-то простая, но мы должны описать весь огромный продукт и, соответственно, в этом техническом задании. Или мы должны описать вот эти четыре конкретных задачи.
Вот это раз. Второе, я тогда сразу все вопросы задам. Мы шли к нашему продукту достаточно долго и коммерциализируем тот продукт, который мы разработали ранее, который, на поддержку на который мы получали в фонде. И сейчас мы заканчиваем год, но мы уже 4 года работаем с ними теми же деньгами. Мы получаем 7 миллионов рублей выручки ежегодно. И сейчас возникает вопрос, чем нам подтвердить нашу платежеспособность, если наша выручка происходит на основе договоров, которые заключаются с нами каждый месяц. Вот сейчас у нас будет новый договор, ну, уже постоянный на наш новый продукт, с которым мы идем. Но сейчас у нас ежемесячно заключается договор там, на 615 тысяч рублей. И у нас есть просто баланс, которого видно. Дальше. Чем нам подтвердить небюджетное финансирование? У нас своих денег достаточно, но, естественно, мы их не можем сложить на расчетный счет. Естественно, у нас их постоянно не хватает, но мы ежемесячно получаем деньги, необходимые и достаточные для того, чтобы предприятие существовало и развивалось. Ну, из вашей презентации я понял, что нам нужно их вытащить откуда-то, положить себе на расчетный счет, и тогда вы увидите, что они у нас есть. У нас их нет в таком виде. Мы их получаем сейчас, ежемесячно приходят нам контракты, и ежемесячно мы их получаем. Эти все документы у нас есть. Третье. У нас выручка, как вы слышали, 7 миллионов рублей, и мы собираемся идти на развитие ЦТ. Мы услышали на одном из мероприятий Сколково, вот мы когда работали по получению статуса резидента, мы услышали, что не рекомендовано на конкурсах развития ЦТ финансировать предприятия с объемом выручки менее 10 миллионов рублей. И, ну, собственно, все. Если понадобится, я могу пояснить каждом... А, еще момент. Мы уже получили статус... Вернее, наше ПО зарегистрировано в реестре отечественного ПО. Чем нам подтверждать? Ну, то есть у нас формально, ну, и мы уже резиденты Сколково, то есть чем нам подтверждать вот результаты, что мы что-то сделали? Хотя делать нам достаточно. Вот, и мы просим не 20 миллионов нам на то, чтобы доделать вот это, именно сервер чат-бота, нам нужно 7 миллионов рублей, нам больше не нужно. Так, Андрей, вопросы все понятны? Да, понятно. Давайте попробую ответить. Давайте по порядку тогда. Смотрите, то, что касается технического задания. Там есть некая там преамбула, да, где как раз будет правильно, если вы распишете целиком продукт, который вы собираетесь сделать. Может быть, без конкретных там технических характеристик, просто чтобы было понятно из него, что вы создаете часть этого продукта. Но характеристики вы должны писать по тот продукт, который будете разрабатывать. Потому что, еще раз повторюсь, этот ТЗ переходит в договор, и по этому договору вы должны будете отчитаться. То есть вы получаете целевые деньги на выполнение целевых работ. Условно, у вас проект может по какой-то причине там задержаться, да, или вы там захотели его как-то немножко по-другому упаковать. Но вы это записали в ТЗ, и вы поэтому отчитываетесь. То есть нужно записывать только то, за что вы будете отвечать в рамках проекта. Но в бизнес-плане обязательно нужно, вот в том блоке, который касается научно-технической составляющей проекта, вы должны вот это четко расписать, что вот есть большой проект, есть маленький кусочек, под который вы хотите взять деньги фонда, и, ну, собственно, дальше это перетекает в ТЗ. Характеристики в бизнес-плане вы можете писать всего продукта в целом. То есть я бы это вот таким образом структурировал. То есть в содержательной части технического задания конкретные требования именно к продукту разрабатываемому, в аналитической части... В целом. И конкретно мы прописываем, что вот для этого сервера чат-ботов должны быть такие следующие характеристики. Он должен делать что-то. Да. Понял. Вот. То есть не перегружайте ТЗ, чтобы вам не пришлось отчитываться за лишнее.
чтобы вот, ну, не путать часть и общую часть. А то, что касается внебюджетки, конечно, не надо ничего вытаскивать из там, условно, из оборота и класть на расчетный счет. Из баланса должно быть понятно, что у вас эти деньги есть. Условно, это может быть там нераспределенная прибыль, это могут быть там финансовые иные активы. То есть по соответствующим статьям баланса должно быть понятно, что у вас, в принципе, такие деньги есть. Извините, нет у нас ничего. У нас есть, мы получили там 700 тысяч в месяц, мы их 700 тысяч в месяц потратили на зарплату. У нас других статей расходов и никаких денег, ну, никакой нераспределенной прибыли нет. У нас есть 700 тысяч, мы их потратили. То есть это реальность, в которой стартапы живут до момента продаж. Но после момента продаж, наверное, нам не сильно нужна грантовая поддержка. Да. Андрей, вот я предлагаю на этом вопросе подробнее остановиться, потому что действительно много вопросов по поводу софинансирования там внебюджетных источников. Действительно, у многих стартапов, ну вот как вы говорите, в балансе может не быть нераспределенной прибыли, и выручка может быть, ну как бы за предшествующий период, как бы у них выручка есть. И как вы считаете тогда наличие собственных средств? Допустим, вот стартап мы берем, подает в этом году, за 2021 год у них нераспределенная прибыль 0, выручка, ну, допустим, там, сколько вот вам надо, 7 миллионов, то есть у них за прошлый год 7 миллионов выручка есть, но она потрачена, это не денежные средства, вот конкретно на расчетном счете. Вот, то есть 7 миллионов выручка, 7 миллионов расходы, прибыль 0, может быть, даже убыток. И при этом они, например, подтверждают возможность заключения контракта, то есть будет будущий контракт на какую-то предполагаемую сумму. Вот как им подтвердить возможные собственные средства, которые будут в 2022 году? Ну, смотрите, теоретически можно приложить вот эти договоры, которые заключены, да, и рассматривать их как некое подтверждение. Но эксперты могут и, в принципе, достаточно справедливо сказать, ребят, это доход будущего периода. Он может не случиться. Условно, завтра вы расторгли этот договор или там вас попросили там доработать продукцию, или вы не успели сделать продукт, и у вас эта история растет, вы эти деньги не получаете. И важно, вы же получаете выручку, вы получаете не прибыль, а выручку. То есть какая у вас доля там затрат в этой выручке? То есть, может быть, там с этого ничего не останется, вы их не сможете пустить на внебюджет. Ну как, мы же получаем, мы же тратим на зарплату, и, соответственно, оплата наших работ, ну, той части работ, которые должны мы выполнить самостоятельно, она тоже идет на зарплату. Там написано у нас положение о конкурсе, что мы можем потратить на зарплату. Да, на зарплату, только смотрите, у вас вы получаете деньги за конкретную продукцию, то есть там, да, там заложена там себестоимость, еще что-то. Там, как вы эти деньги дальше расходуете, это как бы другой вопрос. Но вы просто не можете всю выручку отправлять на показывать как внебюджет. То есть это, ну, как... Андрей, можно тогда, вот, допустим, на 7 миллионов будет там предполагаемый договор, и обязательно тогда, чтобы учесть это как не бюджет, как минимум надо в этих 7 миллионов, ну, приложить либо калькуляцию, то есть сколько из этих 7 миллионов выручки будет потрачено, например, потрачено на заработную плату. То есть все 7 миллионов не будут считаться однозначно как 50% софинансирования. В этих 7 миллионов у вас, ну, как, там, допустим, 20% это зарплата, которую вы можете использовать как софинансирование. Так? Нет, можно приложить, но опять же, я говорю, что вот у очень часто у экспертов возникает вопрос, где гарантия того, что эти деньги поступят на счет в рамках проекта. Там в договоре там, да, может быть прописано все, что угодно, и по срокам. То есть реальность такова, я правильно понимаю, Андрей, что реальность такова, что они должны быть на расчетном счете, для того, чтобы эксперты сказали, да, эти деньги должны быть или на расчетном счете, или у меня должен быть договор с физическим и юридическим лицом, который говорит, да, я тебе занимаю, и у него эти деньги есть на расчетном счете. Таким образом это можно. Ну, да, это однозначно подтверждает, что вы эти деньги привлечете. То есть это снимает риски для экспертов. Первый вариант, это просто... Нереально, ну как, не то, что нереально, но вы же понимаете,
смотрит, что стартапов. То есть это идеальная картина. Тогда вот, ну, как бы, если какие могут быть альтернативы, вернее, Андрей, как в заявке должны быть оформлены другие возможности, то есть другие варианты софинансирования, как лучше оформить? Ну, вот как лучше, я не могу сказать, ну, не имею права говорить. Но вот практика самая распространенная. Большинство заявителей, которые приходят на вот, конкурсы там, развития, они привлекают или инвестиционные деньги, но большинство это заемные средства. То есть или физического, или у юридического лица. Там можно хоть учредителя взять взаймы. Но просто вы поймите... Я могу дать взаймы. Да, да. Но только вы должны подтвердить, что у вас есть эти деньги. Ну, то есть они у меня, ну, они у меня есть на расчетном счете, дальше я выплачиваю сам себе зарплату, и я этими эти деньги рефинансирую и показываю. Все, у меня проблем нет. Я как То есть, да, то есть вы заключаете полноценный договор займа, что вы выступаете и с одной стороны взаимодателем, с другой стороны там... И я как каждый месяц там, соответственно, 12-ю часть от 3 миллионов или там 2 миллионов я вношу. Прекрасно, вопрос решен, все, я могу это сделать. Там даже этот, там бюджет бьется по этапам, то есть вы за этап должны привлечь там стоимость. В моем случае 7 миллионов, соответственно, я должен за полгода внести 1,5 миллиона, у меня зарплата моя больше, 1 100 000, миллион с копейками, а у меня зарплата 1,5 миллиона. То есть я показываю, я сам себе деньги заплатил, я сам их себе внес, и ну, это формальное, достоверное подтверждение того, что я инвестирую эти деньги. Ну да, то есть это не очень она, там, может быть, красивая тут, история, что вы сами себе там долг даете, но вот как один из вариантов, да. Формально и фактически это же именно так происходит. Я получил деньги, я их обратно вложил, вот я их внес в качестве... Да, но вам, по идее, потом организация должна эти деньги вернуть. Ну, моя организация должна мне очень-очень много денег, вот в том числе и формально, поэтому спасибо, отлично. Да. По поводу рекомендации, по поводу суммы 10 миллионов, что это минимально рекомендованный для развития ЦТ. Ну, смотрите, здесь там может быть вот Павел, если он еще с нами, может быть, он скажет. Я, честно говоря, такую историю не слышал. Смотрите, есть такое, как бы, но опять же, это вот, ну, скорее так, эксперты на это смотрят, опять же, чтобы снять риски того, что те деньги государственные, которые мы даем стартапу, они не растворятся в воздухе, предполагается, что стартап с такими объемами денег уже работает. То есть вот за, там, скажем так, масштабы деятельности компании, они должны быть соразмерны тому гранту, который просится. То есть, если условно, вы там, у вас там за последние там 3 года, там, условно, я сейчас говорю, там выручка там 20 миллионов, и вы эти 20 миллионов просите, это как бы нормально. Да, если вы там, вы можете попросить меньше, никто не говорит, что вы должны все 20 попросить. То есть это должно соизмеряться. Если у вас выручка 0, и вы говорите, отдайте мне, дай мне государство 20 миллионов, то здесь, конечно, эксперты скажут, что, наверное, не стоит. Ну, если у нас выручка 3 года 7 миллионов, это одни и те же деньги по одним и тем же контрактам, то мы 7 миллионов вправе попросить, но, по крайней мере, это выглядит разумно и адекватно. Может быть, меньше лучше? Ну, то есть 6, 5. Тут вопрос, сколько вам нужно. То есть, вот... Ну, нам нужно 7, вот, ну так мы посчитали. Но, в принципе, попытаемся там воткнуться и поменьше. Но нам нужно... Нет, смотрите, то есть, условно, выручку можно рассматривать как совокупность. Если вы каждый год по 7 получали, то есть у вас суммарно там получается там 21 миллион. То есть вот вы там можете претендовать при прочих равных там, да, вот на сумму там соизмеримую с 20 миллионами. То есть не обязательно за один год или среднее там, да, это вот там можно рассматривать. То есть, в принципе, она у вас выручка суммарная за последние 3 года должна быть соизмерима с объемом гранта, который вы просите. Но если хотите сумму нужную, которая вам нужна, а не сколько вы можете дать. Да, Павел у нас подключился. Павел, уточните, ну, насколько я знаю, действительно, как бы, официально никаких ограничений нет. Вот по поводу, есть ли какие-то внегласные требования или рекомендации экспертов, чтобы сумма была не менее 10 миллионов?
Ну, я не помню, чтобы на семинаре каком-то Сосколково было такое утверждение. Нормально меня слышно, да? Да, нормально слышно. Это было в кулуарах. Я думаю, что... Ну вот мы, в принципе, назовем генерального директора. Смотрите, но... Вот тут сейчас мы с Андреем что делаем? Мы, собственно говоря, предполагаем, что эксперты как будут относиться к той или иной заявке. Это надо понимать, что я не Андрей, не занимаемся сами экспертизой, не влияем на процесс экспертизы. Точнее, влияем единственным способом. Мы можем составить и составляет отдел Андрея методические рекомендации, которые направляются экспертам, как относиться к разным ситуациям. Наверное, наш диалог пойдет за тем, что Андрей сможет какие-то вещи уточнить в методических рекомендациях для экспертов, и они, если внимательно будут читать, то они как-то отнесутся к этой ситуации. Но, тем не менее, такие же люди, их достаточно много, их сотни человек, которые, и вы можете стать тоже экспертом фонда, если захотите, которые тратят свое время на оценку заявок. Как они будут относиться? Ну, понятно, что любая экспертиза субъективна. Вот, поэтому ваша задача, ну, показать, что вы динамично развивающийся бизнес, что действительно у вас есть средства для софинансирования. Я вот слушал вашу дискуссию. Я не знаю, насколько там вот, может быть, Андрей может даже какие-то внести уточнения метод рекомендаций, потому что понятно, что если вы там платите зарплату, ну, не знаю, надо ли вот это вот, очень сложная схема, потому что точно договор будущих периодов может быть не выполнен. Но это вы и как взаимодавец можете сами не выполнить при своей компании договор. Так, любой договор может быть не выполнен, тогда вообще нет подтверждения в этом мире, тем более в мире стартапов. Там можно вообще забыть о подтверждениях и сказать, что и деньги со счета можно снять. Вот сейчас лежат, потом сняли деньги, денег нет. Ну, вот. Поэтому так, честно говоря, если относиться, то, наверное, можно вообще забыть и на любую заявку говорить, да, не верю я, что они, так сказать, софинансируют. Ну, вот. Поэтому, наверное, можно что-то там метод рекомендации экспертам уточнить, но скорее, например, вот по моим представлениям, эксперт в вашем случае может смущать то, что бизнес-то не растет. То есть из года в год одни и те же 7 миллионов. То есть получается, что ну, какой-то стабильный бизнес, а мы же должны поддерживать рост. То есть, мы как разрабатывали продукт, который мы, слава богу, 14 января зарегистрировали в реестре российского ПО. Наш основной... Ну, зарегистрировали, но если вы берете грант, вы же должны какую-то, наверное, следующую версию делать. Вот вы спрашиваете, а что будет в реестре? Ну, в реестре, очевидно, будет следующая версия. Потому что если сказать из логики, что уже все сделано, тогда непонятно, на что делать. Там есть вот. Очень ценная, очень нужная потребителю задача, которая в этом продукте, версии продукта, она не решена. Тогда вы каким-то образом должны экспертов в своей заявке убедить, что у вашей компании произойдет достаточно существенный рост. А не просто вы 7 миллионов получаете, но допилите какую-то еще функциональность, и будут все те же там 7, 8, там, не знаю, 10 миллионов. Мы можем от потенциальных заказчиков принести письма. Это хорошая вещь, правильно? Ну, это хорошая вещь, но я к тому, что общая идеология, что фонд поддерживает не тех, ну, как это корректнее, ну, то есть не для того, чтобы компания, да, не для того, чтобы компания там не умерла, да, то есть задача фонда все-таки поддержать не слабых, а сильных, да, то есть тех, кто имеет потенциал к росту, и чтобы этот потенциал активнее реализовать, чтобы помочь, чтобы компания резко нарастила выручку, больше платила налогов, создала новые рабочие места. То есть у нас-то вот такой подход. То есть мы же раздаем государственные деньги. Это, в общем-то, и ваши бизнес-налоги, да? Вот, соответственно, и государство хочет, чтобы наш фонд, когда эти налоги ваши раздает в коммерческие компании, чтобы они возвращались еще большими налогами. А это как может возвращаться? Только если ваш бизнес будет динамично расти, все. Вот поэтому мы и выставляем такие требования о том, что вы должны запрограммировать, какой у вас от этих доработок произойдет рост, что действительно у вас увеличится клиентская база. За счет чего это произойдет? Что вы вырветесь из этих ежегодных 7 миллионов, и у вас будет там потом 10, 15, 20, 50 миллионов. Да? Но единственное, что Андрей опять справедливо упоминал, что вы, конечно, с одной стороны должны убедить, с другой стороны не подписать себе таких планов, которые потом не сможете выполнить. Потому что, ну да, это грант. Фонд вам один раз эти деньги даст, эксперты поверят, допустим, да, вам. Но потом, если вы не будете эти выполнять показатели, ну, в следующий раз вам уже никто не поверит. Вы, конечно, можете говорить,
говорит, что, ну, знаете, мы там хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, извините, ищите там в следующий раз частных инвесторов. Да? Вот в этот раз вот нам, для того, чтобы история обращения в наш фонд была многоразовой, да, а некоторые компании за четверть века у нас получали и 2, 3, 4 раза гранты с интервалом там, в 3, 5 лет. Это нормальная история. Они должны сказать, что они взяли грант, получили резкий рост эффективности, и потом у них появилась новая какая-то идея, новый продукт или новая доработка старого продукта, и они приходят за следующим грантом. Если они один раз репутацию себе подпортили, ну, конечно, мы не будем рады. Мы взяли у вас 3 миллиона, превратили в 7 ежегодно. Ну, то есть у нас была практика, что мы уже участвовали. А, то есть вы уже у вас побеждали, правильно? Да. Хорошо. А, Максим, хорошо. Я тогда предлагаю перейти к следующему вопросу. Давайте дальше, да, пойдем. Да. У нас Юрий Дрозд, пожалуйста, откройте микрофон Юрия. Ну, пока Юрий подключается, Павел, вот вы действительно обратили внимание. Да, Юрий, пожалуйста. Да, здравствуйте, добрый день. Спасибо, да, за подробное представление. Андрей очень долго рассказывал, половину вопросов наш сняли. У нас проект в сфере искусственного интеллекта. Мы в 2020 году зарегистрировали ООО, когда стали резидентом Сколка, и вот сейчас... В конце прошлого года прошли акселератор СРИД, чуть-чуть нам добавили компетенции. Вопрос какой? Мы на старт И1, который у вас вот в первую очередь подались в августе, да, как бы, ну, заявка наша была отклонена. Мы сейчас подали заново, да, заявку, как бы вот 18 января успели, да, как бы еще раз. Вопрос какой? Вот вы сейчас говорили про критерии, да, как бы оценки, там, проектов и еще что-то. Мы, когда подали запрос на разъяснение результата, чтобы понять, ну, почему наша заявка не прошла, можно ли вот при ответе на эти вот запросы давать, ну, не знаю, сколько там баллов набрала ваша заявка, да? Потому что тогда нам будет понятно, допустим, если вы говорите максимально, там, условно говоря, 15 баллов, а мы получили 5, то мы с этой заявкой будем непроходные, там, надо что-то переделать. И второй вопрос, это вот, ну, как бы пожелание даже здесь же, да, там один из причин отказа было, да, это недостаточный уровень, ну, как бы не показано образование и опыта в сфере искусственного интеллекта у, ну, у команды, да, у, там, у 3 человек, у 4 сотрудников. Но просто в сфере искусственного интеллекта сейчас, ну, людей с дипломами, наверное, не так много, да, так скажем. Потому что получается, что если мы как стартап идем получить какой-то опыт в сфере искусственного интеллекта, делать какой-то проект, у нас обязательно уже должен быть кто-то уже, да, с опытом. Как бы. А таких людей, ну, как бы немножко такой замкнутый круг получается. Да? Не получив опыт, ты не можешь подать заявку, получить заявку на грант, да? А получить грант без этого опыта как нельзя. Это вот, ну, такой вопрос пожелания. А второй, следующий, да, вопрос, я просто сразу задам, как, да, чтобы можно было. Есть ли ограничения, если мы, допустим, не проходим там вот старт ИИ, как бы вообще не прошли, на какие следующие конкурсы мы можем подать? Потому что я слышал, что если не пройти старт ИИ-1, то на старт ИИ-2 подать заявку нельзя. Да, как бы. То есть вот есть ли какие-то ограничения на следующие там развитие, конкретизация и другие ваши конкурсы. И последний, наверное, вопрос. Это по механизму расходования. Я видел, что в положениях, да, как бы о конкурсе, то есть, ну, грант, понятно, что будет использоваться в первую очередь на зарплату, да, на финансирование труда сотрудников. Там указано, что среднемесячная зарплата не больше 100 тысяч рублей. Для IT-сферы это не так много, да, как вы, наверное, сейчас, ну, представляете. Да. Можем ли мы финансировать часть зарплаты сотрудников, часть из средств гранта, а часть из своих собственных, как бы. Это не возбраняется, как бы, то есть не будет являться нарушением. Ну, наверное, все. Да, пожалуйста, кто, Андрей или Павел, ответит на вопросы? Спасибо, Юрий. Я, наверное, начну. Смотрите, то, что касается оценок, ну, вот, к сожалению, там, на текущий момент у нас нет такой возможности указывать те баллы, да, которые получила заявка. Вот. Пока мы ограничены, вот, собственно, только ответами на те вопросы, там, что не так. Вот. Ну, мы подумаем, там, может быть, когда-то мы к этому придем, но вот здесь это все-таки такая, скажем,
История как раз экспертов, да, то есть вот некий там субъективизм оценки, вот, и поэтому, более того, здесь вот еще такой момент, что у нас там от конкурса к конкурсу может эта планка проходного балла, она может плавать, поэтому условно мы вам скажем количество баллов, оно вам ничего не скажет, то есть это как бы проходной это балл, не проходной балл, поэтому вот я бы здесь все-таки фокусировался на конкретных замечаниях, что не так заявка. Второй момент, то, что касается того, где вы можете участвовать. Ограничения у нас есть только для стартов вторых. То есть это старт второй простой, старт CT2, старт E2. Вот только на них можно заходить, пройдя старт... старт 1. А на все остальные конкурсы таких ограничений нет. Если условно вы не попали на старт, но и в принципе уже старт переросли, вы можете сразу приходить на развитие. Если вы переросли развитие и там вам нужна коммерциализация, вы можете приходить на коммерциализацию. То есть там нет никаких ограничений, что вы до этого должны что-то проходить. Возвращаясь к вопросу по поводу специалистов в области и искусственного интеллекта, там на самом деле уже достаточно много специалистов, которые в той или иной мере в данной истории работают. И здесь вот если там вы сами понимаете, что вам не хватает таких компетенций, как вариант можно рассмотреть, у нас есть отдельная акселерация искусственного интеллекта, то есть мало того, что помогут с упаковкой продукта, плюс там еще можно, я думаю, пообщаться, найти какой-то комьюнити людей, которые вот в искусственном интеллекте варятся. Потому что, в принципе, достаточно много заявок прошло по старту и, ну и вот с квалификацией были проблемы, но вот люди решают, люди подтверждают. Хотя в целом, если смотреть, вот такое есть ощущение, что вот, наверное, с каждым последующим забрасыванием невода у нас все там меньше и меньше будет, потому что вот, ну, пока их количество ограничено специалистов именно вот, в области искусственного интеллекта. И то, что касается заработной платы, да, там мы понимаем, что вот те рамки, которые у нас ограничены в рамках бюджетного финансирования, они могут компенсироваться бюджетом. А можно тогда уточнение по первому вопросу, вот по отклонению, когда заявки. Вот этот приходит, когда ответ, да, на то, что заявка не прошла по каким-то причинам, это уже она не прошла на стадии заочной экспертизы, или это уже там как-то вот после, как вы говорили, второго этапа, вот из этого как вот можно как-то это понять или нет? Но смотрите, если вас не вызывали на жюри, значит... Нет, не вызывали. Значит, заявка не прошла заочную экспертизу. А, все, я понял. То есть это замечание заочной экспертизы. Я понял по поводу как бы, ну, людей, которые есть опыт. Ну, как бы мы внутри команды считаем, что у нас есть достаточный опыт и достаточно интересный проект, поэтому в акселераторе 3 прошли. Просто у нас нет вот именно подтвержденных дипломов, да, как бы, или опыта, который вот можно приложить и сказать, ребят, вот у нас там есть уже там что-то такое. Вот даже был больше в этом. Тогда можно встречный вопрос? А тогда вот вы говорите, мы считаем, что у нас достаточно опыта. А почему вы так считаете? Вот на основании каких реализованных проектов или чего-то вот раньше вы делали в области искусственного интеллекта? Почему вы считаете, что у вас опыт есть, только дипломов нет? Ну, потому что, скажем так, у нас есть научный руководитель, да, как там проект, который как бы в основном является движущей силой. Я такой больше административный, да, как бы там работой занимаюсь, согласованием, подачей. У него достаточно там большой опыт уже в сфере IT, там начиная там, ну, человек математик, да, там, и он вот именно в области обработки естественного языка, как бы, да, вот, придумывает определенные решения и вещи, которые, как бы, ну, на наш взгляд, да, как бы, то есть
Есть в виде реализованных каких-то проектов? Да, нет. Это есть в виде публикаций, в виде программных продуктов? Нет. То есть диплом-то не обязателен. То есть вы же говорите про опыт. То есть вы дайте экспертам возможность пощупать этот опыт вашей заявки. Вот вы говорите, он придумывает эти вещи. А он их придумывает, он же их из головы куда-то девает. Вот где это посмотреть экспертам? Павел, я с вами полностью согласен. Да, просто как бы формулировка именно заявки, там как и идет, что именно вот отсутствие. Сейчас мы, да, мы сейчас сделали макетное решение, надеюсь, вот сейчас... То есть вы хотите сказать, что в тех ответах по замечаниям вы получили ответ, где сказано, что из-за отсутствия дипломов в области искусственного интеллекта... Мы его так поняли. Ну, если не секретно, можете в чат просто скинуть формулировку, посмотрим все вместе, какая была. Мне кажется, у нас точно в методических рекомендациях не было требований к экспертам проверять формальные дипломы. Формулировка критерий — это оценка опыта. В принципе, критерий, достаточно понятный, потому что, условно говоря, если бы вы были бы стартап, который хочет ракеты в космос запускать, то понятно, что, условно говоря, вы, допустим, пришли к нам, но раньше ракеты в космос не запускали, но какой-то опыт у вас должен быть в области там что-то, либо материаловедения, там, что-то там авиационики, еще чего-то. Поэтому эксперты скажут, а вы хотите ракету в космос, но вот вы опыт у вас есть, чтобы вот ракету-то собрать? То же самое и здесь. То есть речь не о дипломах все-таки, речь действительно об опыте. Это первое. Второе, кроме искусственного интеллекта, вот я не знаю, вы во Фрид проходили же сейчас не по искусственному интеллекту, вы по НКИТУ проходили. У меня тоже такой же вопрос. Вот, Юрий, вы же прошли как новые коммуникационные интернет-технологии. Сейчас заявку принимают по конкурсу. Не, у нас и туда, и заявки. В общем-то, чем, я считаю, прелесть этого года... что стартапы могут идти на NKIT, могут идти на на искусственный интеллект, это отдельный конкурс, могут идти на обычный конкурс, Андрей про это говорил. Поэтому тоже зависит, то есть если, условно говоря, вам кажется, что вам опыт релевантнее показать в NKIT, чем в искусственном интеллекте, вы можете перепадать на NKIT. Единственное, что посмотрите, там Андрей предупреждал, там у нас любят строгости, и что там не две заявки сразу не находятся на рассмотрении, там, может быть, там придется с искусственным интеллектом отозвать, подать на NKIT. Это должно быть ваше взвешенное решение, где вы видите, что ваш опыт более релевантен. Я понял. Павел, спасибо за рекомендацию. Подумай, просто заявку мы уже подали 17 января на вашу третью очередь, какая она была сейчас, по искусственному интеллекту старты, и мы будем ждать ее результат. Уже. А после нее уже тогда поймем. А почему именно по искусственному интеллекту? Потому что проект все-таки в сфере обработки естественного языка, это там умный автоответчик, неканальность. В NKIT тоже это есть. У нас пересечение. Искусственный интеллект технологической области, NKIT для меня это больше про совокупность технологий на определенные предметные области, скажем так. Поэтому тут неизбежное пересечение. И в этом нет ничего неплохого. Для стартапов, наоборот, больше возможностей себя найти. Да, спасибо большое. И последнее хотел добавить, как раз так как мы под эгидой 3 проводим, вам бы не... Я думаю, что, наверное, пора заявку добавлять фонд Free, чтобы можно указать, что там получили поддержки. Потому что бесшовной поддержки у вас там Free нет еще, к сожалению, пока. Но это регламентируется меморандумом, который по поручению первого вице-премьера Андрея Ремовича Белоусова подписало 6 институтов развития год назад. Соответственно, насколько я помню, участвовал в совещании с Андреем Ремовичем, там поднимался вопрос о подключении Фрита к этому меморандуму. И Фри тоже профильный замминистр Максим Паршин упомянул. Поэтому если Фри заинтересован подключиться к меморандуму о взаимодействии институтов развития, то я думаю, что может подписать это соглашение, и тогда мы сможем каким-то образом учитывать и успехи по Фри, и обмениваться информацией. Это же тоже, понимаете, обмен информацией разных организаций институтов развития, это тоже должен быть обеспечен уже нашими внутренними юридическими бумагами. Пока у нас с Фри таких договоренностей нету, договор не подписан. Будет подписан, конечно, будем обмениваться. Не все так просто. У нас тоже свои сложности. У стартапов свои, институтов развития свои. Спасибо большое. Тогда я, коллеги, сейчас мы с вами регламент уже выработали, но тем не менее у нас осталось много вопросов, поэтому первое, много вопросов можно будет...
Извините, а можно я просто, мы пока далеко не ушли, просто я в своей презентации про это не сказал, а раз уже речь зашла про это, просто два слова скажу по поводу бесшовности. В положениях тоже и по старту, и по развитию это есть. У нас вот помимо тех основных баллов, которые даются вот по тем трем критериям, про которые я говорил, есть еще дополнительные баллы за по бесшовности, то есть если компания-заявитель получала какую-то поддержку и проходила там какие-то мероприятия у наших партнеров вот, в рамках того соглашения, про которое говорил Павел. То есть если вы резидент Сколково, да, вы там тоже имеете там некие преференции. Посмотрите, там в положении подробно расписано, там, как то или иное там, поддержка, полученная вами от других институтов развития, учитывается при оценке заявки. То есть, если вы получали какой-то грант от Сколково, у вас там дополнительно будет балл к оценке. То есть, там можно еще за счет этого достаточно серьезно набрать. Андрей, здесь, наверное, больше вопрос был по поводу акселерации. То есть, в рамках федерального проекта цифровые технологии ФРИ проводит акселерацию проектов по направлению НКИТ. И нам, конечно, интересно, чтобы дальше эти проекты тоже получали ну, какой-то дополнительный балл, когда подают заявку на получение гранта в фонде содействия инновациям. Вот. Но я думаю, как реализовать этот механизм, мы отдельно уже в рабочем порядке проработаем, но тем не менее, наверное, эксперты, которые рассматривают проекты в фонде Бортника, то есть если у вас как бы отмечено, что вы прошли акселерацию ФРИ, ну, наверное, для экспертов, по крайней мере, как минимум неформально, это какой-то дополнительный балл. Дополнительные плюсы, наверное, на экспертов окажут. Ну, безусловно. Другое дело, что у нас нету там специально под этого там отведенных полей, поэтому такую информацию просто нужно указывать где-то в материалах заявки, там, не знаю, там, в бизнес-плане, в аннотации. Ну, то есть любым доступным способом, мне кажется, лишним это точно не будет, если такая информация у экспертов будет. Хорошо, ну у нас... А сколько еще примерно у нас вопросов? Может, мы оценим там, Андрей, сколько у тебя еще есть времени сегодня поотвечать на вопросы? Так, ну часик у нас еще есть? У нас еще как минимум 20 вопросов, которые либо в чате, либо при регистрации заполняли. Часть на них ответили, но тем не менее они все равно требуют каких-то разъяснений. Поэтому, ну, во-первых, запись к мероприятию, как бы ссылка, которая на YouTube, она у вас остается, вы можете пересмотреть запись. Презентацию, Андрей, уточните, мы же сможем разослать участникам мероприятия? Презентацию мы по итогам направим, а сейчас, вот не знаю, сколько есть времени, предлагаю Андрею. Павел, сколько вы можете уделить нам еще времени, чтобы ответить? Ну, до 5 можем. Как ты, Андрей? Да я думаю, что да, можем. Ну, давайте до 5 часов мы, может быть, успеем на все вопросы ответить, чтобы еще... Все, спасибо. Тогда сейчас... Ну, я начну тогда с вопросов, которые вот у нас в первую очередь поступают в чате. В чате начну от обратного, потому что первые вопросы там в процессе своего выступления Андрей на многие ответил. Так, Вадим Габунов. А когда на этапе заочной экспертизы звучит без общения с инициатором проекта... Так, немножко... Так, хочу поддержать... А вот, ну, как предыдущих зрителей их выводить в эфир, там, как подключить тех, кто вопросы задавал? Они у нас, ну мы, в принципе, ссылку, кто вопросы отправлял, ссылку давали на... Ну давайте, может, да, подключим еще вот, там... Просто они... не перешли в Zoom, поэтому вот у нас больше, то есть в Zoom-то у нас немного людей, большая часть у нас смотрит на YouTube. На YouTube у нас было там какой-то момент там больше 100 человек. Вот, поэтому давайте договоримся таким образом. Я задаю вопрос, если вдруг... Просто кто-то уже, наверное, отвалился, кто задавал вопросы. Так, Вадим Габунов. Так, а когда на этапе заочной экспертизы... Так, не то. Хочу поддержать задающих вопросы. Есть ощущение, что эксперты формально относятся к оценке заявки. Ну, здесь это, наверное, уже не вопрос, а больше комментарий. Поэтому про экспертизу, я думаю, нам коллеги уже подробно рассказали, как происходит экспертиза.
Да. Давайте я прямо два слова скажу, просто чтобы там, ну, не было недопонимания. Смотрите, коллеги, вот еще раз повторюсь, эксперты работают с теми материалами, которые есть в заявке. То, что вы там пытаетесь домыслить, то, что вы считаете, что эксперт и так должен знать, там, вот, ну, не работает это. То есть вот у вас, вы должны понимать, у вас нету до определенного момента возможности прокомментировать, уточнить или как-то дополнить заявку. Поэтому вот все, что вы туда погрузили, с тем эксперты работают. Понятно, вот там правильно Павел говорил, есть какие-то там, да, есть какая-то вкусовщина. Да. Эксперты тоже люди, они вот, в том числе среди вас. Вот. Есть какое-то там недопонимание и так далее. Но мы тоже работаем с экспертами, работаем с нашей экспертной базой. Там, да. Мы там, избавляемся от тех, кто там, злонамеренно пытается, значит, кого-то там завалить. Поэтому, но в целом, вот если брать общую картинку, там, на мой взгляд, достаточно справедливая оценка. И более того, мы всегда по любой заявке два эксперта. То есть, как бы, там, один человек, там, вероятность его ошибки, там, она больше, да, она нивелируется вторым. Поэтому говорить о том, что вот люди там формально относятся, ну, люди смотрят то, что вы им предоставили. Если информации минимум, ну, как эксперт должен догадаться? Он, конечно, посмотрит там сайт какой-нибудь ваш в интернете, он там еще что-то где-то посмотрит информацию. Но вы дайте ему максимум информации для качественной оценки заявки. Да. Кстати, уж извините, что немножко в сторону, но обратите внимание на ваши сайты. Иногда парадоксальная ситуация. То есть, мне кажется, эксперт, если пойдет смотреть ваш сайт, то он может не в лучшую сторону изменить свое мнение, а в худшую. Потому что, казалось бы, IT-компания, IT-бизнес, смотришь на сайт, ну, вообще что-то иногда страшное попадается. Вот. Поэтому на это тоже обратите внимание. Вы же в открытом информационном пространстве. Эксперт не обязан, но может изучать дополнительные источники о вас. Поисковик забить ваше название компании, ваш продукт посмотреть, ваш сайт посмотреть. Да, это все возможно. Вот. Но не всегда в плюс вам это работает. Так, ну, я прошу организаторов, всем, кто на YouTube-канале задавал вопросы, отправьте ссылку в Zoom. Вот, а сейчас пока озвучиваю те вопросы, которые поступили. Следующий вопрос. В декабре подали заявку на старт 1. Стоит ли подавать вторую заявку на старт цифровые технологии? Ну, здесь Андрей, наверное, уже отвечал. Андрей, можно вот еще раз, чтобы коллеги, участники однозначно поняли, когда подавать заявки. То есть, если у нас, я правильно поняла, если не права, поправите меня. То есть, если вы подали одну заявку, и она еще на стадии рассмотрения, подавая вторую заявку, есть большая вероятность, что ваша заявка будет отклонена. Так? Так, Андрей, пожалуйста, звук включите. Ну, формально действительно это так. Вот. У нас для некоторых конкурсов есть исключения. Там, например, по искусственному интеллекту, по-моему, мы допускаем, что что-то находится на рассмотрении. Но, скажем так, вот у нас те, кто занимаются формальными проверками, они, конечно, не любят, поскольку приходится распылять силы. Поэтому вы сами оцениваете. То есть если вы считаете, что вы в декабре подали, а сейчас вы там за два месяца прям сильно шагнули вперед в понимании своего проекта, в каких-то новых подтверждениях и так далее, то можете отозвать старую заявку, подать новую заявку на другой конкурс. Но конкурсов у нас много, то есть так можно уйти в бесконечный цикл, так можно каждый там месяц-два отзывать предыдущую заявку, подавать новую, никогда не дойти до рассмотрения. Да? То есть, поэтому взвесьте, то есть, что лучше, подождать еще несколько месяцев и получить результат по предыдущей заявке, или там у вас произошел, может быть, в команде там мыслительный рывок такой после подачи, знаете, как бывает вот у студентов в последнюю ночь, вот в декабре вот как вот, вот прям подавали заявку, и вот прям столько было мыслей, жаль, что не включили. Но у вас есть шанс отозвать все мысли, включить в спокойном режиме и подать на новый конкурс. Ну, вот, Андрей, так поправь меня, если что не так сказал. Не, абсолютно справедливо. Вот, добавлю, что отзывать можно вообще с любой момент.
пишите письмо в наш адрес, просто скан письма о том, что просим отозвать нашу заявку, сняли все. То есть в идеале, там, да, если там, вы идете на конкурс, ну, дождитесь результатов, если, если хотите идти на следующий, запросите результаты, почему ваша заявка была отклонена, доработайте заявку и заходите снова. Мы вот, я уже сказал, что мы в течение там, 30 дней должны ответить, но мы сейчас работаем над тем, чтобы вот эти ответы давать там, ну, в течение 2 недель. То есть вы отправили заявку, там, мы за там, неделю-дней 10 мы вам дали ответы, все подготовили и подаете на следующую. Тем более у нас конкурсов много. У нас в этом году, вот как Павел сказал, что у нас там, во-первых, по цифре очень большой выбор. То есть, да, хотите на искусственный интеллект, хотите на простые конкурсы, хотите на ЦТ. И плюс мы очень рано в этом году стартовали, в отличие от прошлого года. У нас эти конкурсы будут идти весь год. Поэтому смотрите, выбирайте. Вся информация на сайте есть. Там же мы сейчас будем публиковать и планы по объявлению, ну, по крайней мере, на ближайшие там 2-3 месяца, и вы можете планировать, куда вам заявляться, где вам интереснее, где вам комфортнее, какие условия вам больше подходят. Я смотрю, у нас подключаются коллеги, из, кто смотрел нас на канале YouTube. Если вы хотите лично задать вопрос, поднимите, пожалуйста, руку, и вам откроют микрофон. Пока задаю вопрос Вадим Габунов. Добрый день, подскажите, пожалуйста, если кредитором выступает физическое лицо, софинансирование, сколько по времени у него должны деньги находиться в собственности? Так. Это никто не проверяет, просто прикладывается выписка с расчетного счета и все. Мы, да, в этом плане очень, так что, что называется, идем навстречу и не там дополнительных не создаем каких-то препятствий, поэтому. Так, дальше тогда смотрю, пока у нас лично никто не поднял руку задавать вопрос. Давайте. Так. Есть программный продукт уже в реестре российского софта, но он очень на старых технологиях. И есть продажа, но давно. Проект переписывания этого продукта с использованием актуальных технологий может пройти. Так, не совсем понимаю вопрос. Ну, видимо, вопрос... Ну, может пройти, может не пройти. Это вопрос к экспертам. То есть, единственное, вам могу сказать, если там, человек будет слушать этот ответ, что, ну, надо, собственно говоря, показать-то, в чем новизна. Да? То есть, там, старые технологии, новые технологии. Мы же не просто там переписывание софта финансируем. То есть, эксперты должны увидеть какие-то новые оригинальные подходы, новые алгоритмы, в сравнении с аналогами, то есть чем будет это лучше, ну, примерно так, и закон. Ну да, как бы, Павел, вы, мне кажется, вначале хорошо объяснили, что действительно проект, то есть финансирование из бюджета дается не на поддержание бизнеса, а на развитие, поэтому как бы однозначно вы в заявке должны показать, в чем ценность вашего нового доработанного продукта. Так. Да, я тоже уточняющий тут комментарий вставлю. Коллеги, заявители, вот очень аккуратно с повтором тематик. Бюджетные деньги очень строго отслеживаются, что ранее эти работы не финансировались. Если вы берете деньги под то, что уже сделано, например, у вас на сайте уже есть информация о том, что у вас это есть, да, или там вы получили на это деньги в условном там фонде Сколково и хотите взять на это или почти это, да, ну, как бы это не рекомендую так делать. Стесняйтесь тогда сделать сравнительную таблицу. Допустим, вы брали, допустим, мини-грант Сколково 5 миллионов, пришли сюда. Вот название, ну, во-первых, можно почетче развести название, во-вторых, прямо сравнить. Здесь мы сделали вот этот модуль, этот модуль, этот модуль. Здесь будем делать этот и этот. И это разные вещи, разные сроки, разную интеллектуальную собственность по итогам. Все вместе можно составлять какой-то новый продукт, там была версия 2.0, стала 3.0 там, или еще что-то, но тем не менее это должно быть четко, видно, понятно.
за эти 5 миллионов сделано это, за вот эти там 10 миллионов будет сделано вот то. А не вот так вот все похожими словами, и вроде здесь все было, и в новом продукте все есть, но будет еще лучше. Вот если размытые формулировки, то это риски не только не выиграть грант, а риски выиграть грант, потом получить еще какие-либо проблемы, если какая-либо из проверок в Сколково или у нас заинтересуется пересечением и начнет вас мотать. Вот. Пока у нас достаточно, ну, на массу тысяч проектов достаточно положительный опыт, что нам, как фонду, удается на большинство вопросов проверяющих органов отвечать самим и координировать с теми же другими институтами, готовить эти ответы, что нет дублирования и так далее. Но никто не может гарантировать, что если действительно вы там напортачите и будет там дублирование, что это и не долетит до вас, а это уже серьезные вещи. Лучше туда не ходить, лучше на старте, на берегу все четко разграничить. Это за одни деньги, это за другие. Так, Павел, спасибо. Пожалуйста, откройте микрофон. Элина Акопян. Элина, задайте ваш вопрос. Так, ну, у нас достаточно много вопросов по поводу инновационности, пока вот Элина подключается. Мне кажется, Павел и Андрей уже неоднократно обратили внимание, то есть как определить инновационность проекта. Вот пока Элина подключается, можно еще раз тогда. Как понять, есть ли научная составляющая у проекта? Ну, вот как пример привели, мы делаем онлайн-конструктор мебели и распределенное производство мебели. Как понять, достойна ли эта идея для фонда? Ну, смотрите, здесь мы, опять же, мы с Павлом не эксперты и не будем на себя брать функции эксперта. Если это нормально написано, описано в заявке, если это решается конкретная какая-то задача в рамках технического задания, то есть получается проект, и результаты по этому проекту могут быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности, и на них получен правоохранный документ, ну да, почему нет? Ну, и вы должны понимать, что здесь вот задаете вопрос, ориентируясь на предметную область, там что-то про мебель и так далее, а предметная область может быть вообще совершенно любой, да? То есть в свое время мы поддерживали вилли по старту, кстати, они там прошли все этапы старта. Но на тот момент уже существовали и другие службы заказа такси и так далее. Или там Skyeng зарождался с Умника. Ну, наверное, ребятам на этапе Умника пришлось, так сказать, попыхтеть, подумать, что это не просто еще один репетитор английского языка, а показать, в чем там технологическая новизна. И так далее. TankBet, которым вот вы регистрировались на этом мероприятии, но это тоже стартап, поддержанный фондом в свое время. Вот, поэтому вот просто по предметной области невозможно судить, есть там научная новизна или нет. Это скорее действительно вопрос технологической начинки. То есть вопрос, ну, считайте так, что хорошая заявка в фонд содействия инновациям, это прям, ну, такая сильно лайт-версия кандидатская. Кандидатскую вы пишете, вам никто денег не платит, а здесь платят. Вот если кто-то сталкивался, кто-то кандидатскую защищал, там, писал там обзор, обоснование, сравнение с аналогами, потом практическая применимость. Ну вот есть возможность получить там на старт этого проекта там те же 3 миллиона рублей. Ну вот это вот, скажем так, совсем хороший там уровень и так далее. А предметная область, слушайте, это может быть мебель, может быть еда, может быть космос, может быть медицина, образование. Вот по предметной области точно вам никто вот так сходу не скажет, есть там научная новизна или нет. Это зависит от того, какие технологии вы будете разрабатывать и применять для того, чтобы выиграть у конкурентов. Если они там интересные, перспективные, то, ну, значит, эксперты, надеюсь, оценят научную новизну. Если вы просто будете делать все то же, что делают другие, ну, наверное, нет. Наверное, эксперты это не покажут.
Так, Элина нас не задала вопрос. Элина, к сожалению, в чате написали, не поняла ваш вопрос. Здравствуйте, можно, да, слово? Извините, что без видео. Вопрос. У нас сложилась ситуация, сейчас я об этом поняла после нескольких подных заявок в прошлом году. Смотрите, мы участник эксперимента по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для АДЗМ. И в прошлом году я подавала заявку на доработку продуктов, которые являются участниками эксперимента. Подскажите, пожалуйста, была ли я не права, потому что по результатам эксперимента мы получили грант на основной продукт. Вот. А можем ли мы подавать доработанный продукт, на который ранее получали грант? Так, здесь Андрей, Павел. Ну, мне кажется, мы... Но здесь вопрос вот про то, что говорил Павел, насколько вы это разведете, то есть насколько глубокая требуется доработка. Никто не запрещает проводить доработку, но это по сути можно рассматривать как отдельный неокр. Вот. Но вам нужно будет очень четко развести, что вы не собираетесь делать те же работы, которые вы уже сделали. То есть это принципиально новые работы, которые направлены на получение принципиально нового результата. Поняла вас. Спасибо. А можно еще один вопрос кратко? Ну, давайте я на предыдущее еще дополню. Да. В принципе, у нас есть помимо вот старт и развития, про которое мы больше всего говорим, но сейчас это неокр, есть конкурсы на поддержку после неокрской стадии. Это коммерциализация, коммерциализация ЦТ, коммерциализация ИИ. То есть вот эта линейка, это когда у вас есть уже готовый продукт, и когда вы можете брать деньги там на маркетинг, на рекламу, на закупку комплектующих, на закупку оборудования какого-то, если вам надо, на сертификацию, на там продвижение на рынок. И для конкурса там коммерциализация ИИ и, видимо, коммерциализация ЦТ мы специально предусмотрели еще и доработку. Потому что бывают те доработки, которые, ну, с софтверщиком, программистом понятны, но они не несут себе какой-то прям новизны научной. То есть там неокр высасывать из пальца не надо, но они нужны. Ну, не знаю, даже локализация на другой язык, если вот вы хотите выйти там на рынок, не знаю, Таиланда, да, и перевести там на там тайский язык интерфейс. Ну, и какие-то вещи. Может быть, потребуется доработка ПО. Но науки в этом, честно говоря, немного. Поэтому вот для таких ситуаций, когда бизнес уже развился, продажи есть, продукт есть, и надо сделать доработки, которые не являются какими-то там научным прорывом или технологическим прорывом, а просто там, не знаю, или, может быть, встроить чат-бот, да, то есть взять там чат-бот уже готовый, доработать свой продукт, встроить, и, ну, все понятно. Для этих случаев есть коммерциализация ИИ, коммерциализация ЦТ. Вот то тоже вариант. Поняла вас. Дело в том, что у нас была доработка. Смотрите, то есть мы участвовали в эксперименте как сервис по распознаванию признаков COVID-19 на легких. На доработку я предлагала сервис, который на тех же КТ легких распознает признаки, допустим, онкологии. Извините. Да. И получается, что это тоже не окр, мы занимаемся объемом, большим объемом работ по разметке, по методологии, разработки нового продукта. Ну, то есть формально мы получаем новый продукт на базе первого, потому что какие-то признаки рака легкого мы уже размечали, пока делали первый продукт. Так, а вопрос в чем? Да. Вопрос, куда пойти, я так понимаю. Да. Ну, смотрите, опять же, вот мы вот тут вот так сходу сейчас быстро не сможем оценить, там, насколько, там, какая глубина вашей доработки. Если вот, ну, прям совсем грубо, если требуется полноценный неокр, это развитие. Если это точечная какая-то, да,
там, до настройка, кастомизации, еще что-то, это можно попробовать на коммерциализацию именно вот CT-шную. Там, может быть, дата-сеты надо закупить, а новые, но коммерциализация и подойдет для этого. У нас в этом плане сейчас очень там широкие возможности именно вот в разных конкурсах различные истории вот продвигать, потому что раньше они были сильнее разграничены. То есть сейчас вот, допустим, коммерциализация CT дает возможность не только приобретения оборудования, не только там проведения маркетинговых исследований, в том числе какую-то доработку, локализацию, кастомизацию, вот приобретение датасетов, там, ну, то есть какие-то такие вещи. Поэтому смотрите. Ну, я думаю, что мы еще внимательно посмотрим вопросы, которые сегодня, возможно, не все ответим, и, может быть, на примере проведем еще какую-то дополнительную встречу, рассмотрим отдельные примеры. На примерах всегда понятнее, что и как делать. Вот. И сейчас у нас вопрос, так, Гения Тулин, Вахид, откройте, пожалуйста, микрофон. Вахид, пожалуйста, задайте ваш вопрос. И после Вахида дальше Вадиму Габунову открываем микрофон. Добрый день, меня слышно? Да, слышно. Мы готовим заявку на гранты код ИИ-2. Нам первую отклонили. Я так понимаю, не очень хорошо оформили. Имеется заинтересованность от сторонней организации в нашем программном обеспечении. Они согласны интегрировать целую цифровую платформу. Возникает вопрос. Код ИИ, он конкурс для физических лиц, для коллектива физических лиц. И тогда на чье имя сторонняя организация должна писать письмо гарантийное, там письмо поддержки. На имя руководителя или как это сделать, потому что это не вполне понятно. Спасибо. Сейчас, а вот уточните, откуда там взялось требование про письмо поддержки? Ну, так. Ой, а что-то у меня звук пропал. Меня слышно? Нет, вас слышно. Сейчас уже слышно. Значит, при рассмотрении предыдущей заявки, все-таки задавались руководителю вопросы по поводу дальнейшего коммерциализации, ну, как бы там, скользко. Вот, и после уже это предложение согласия, оно появилось после отклонения заявки. И тогда вообще возникает вопрос, необходимо ли это письмо, оно... Стоп, сейчас что-то вы путаете немножко нас. Вот я правильно понял, что вы участвовали в код ИИ, соответственно, баллы на заочной экспертизе были достаточны для того, чтобы вас пригласили в научное жюри, правильно? То есть, да. По крайней мере, вот в предыдущий раз заявка была достаточно оформлена для того, чтобы вас заслушали очно. И в процессе очного общения с руководителем проекта возникли вопросы, а кто будет использовать, где будет применяться и так далее. А сейчас вы это переворачиваете в ситуацию, чтобы заявку надо какие-то новые бумажки приложить. Не, может, их приложить и можно, никто не против. Но вот если вы уже дошли до очного этапа, и там был диалог у экспертов с руководителем проекта о том, а кто это будет использовать, то хотя бы там надо уметь убедительно отвечать, а кто это будет использовать, кто в этом заинтересован. Вот. Будет письмо? Хорошо. Там на чье имя? Ну, не знаю, в общем, не важно. Важно там убедительно ответить. Там же сидят люди достаточно опытные, кстати, из разных хороших компаний, там и Яндекс, и Сбер, и так далее, и смотрят на заявителей, вот, а кто это? Вот, говорите, мы такой сделаем код. Для тех, кстати, ну, придется, видимо, к сожалению, сейчас сделать отвлечение, или к счастью, может быть. Мы сейчас говорим про конкурс код, который вообще у нас совершенно новый формат. Этого конкурса, он не вписывается ни в одну существующую линейку. Он, честно говоря, отличается от всех наших программ тем, что здесь от код ИИ мы не требуем не требуем, чтобы коллектив, который сделал этот продукт, потом на нем зарабатывал. То есть это грантовая поддержка коллективу разработчиков, группы физических лиц на создание открытой библиотеки, в данном случае в области искусственного интеллекта. И коммерциализация в данном случае происходит на стороне тех, кто будет уже эту открытую библиотеку брать и использовать в своих каких-то решениях, не обязательно больших. Либо это могут быть разработчики ПО, которые берут открытую библиотеку, встраивают, ну, не знаю, какой-нибудь чат-бот, там, открытая библиотека, взяли, встроили всю продукт. Либо кто автоматизирует свою деятельность из предприятия реального сектора экономики, взяли какую-то библиотеку, встроили. Вот. Поэтому здесь,
важно понимать, то есть это, скажем так, вот отличие от старта. То есть если старт встречи компании и потом будет зарабатывать, и нас будет интересовать, чтобы компания развивалась, росла выручка и так далее, то в код ИИ мы отследить это не можем. Мы можем отследить только используем, сколько там будет форков, сколько там будет потом где-то куда-то встроено. То есть это, в общем-то, там, грантовая поддержка разработчиков. Но понимание какое-то, для кого вы это делаете, конечно, должно быть, потому что это делается не просто, чтобы там положить куда-то там какой-то там репозиторий, но и, конечно, надо понимать, кому это нужно потом из компаний. Ну, вот. Вот. Если на руководителя будет письмо написано, это будет приемлемо. Это будет приемлемо, но еще раз, это не гарантия. Я услышал ответ на вопрос, рад был его услышать. Все, спасибо. Да, спасибо, Вадим, за вопрос. Следующий вопрос может задать Вадим Габунов. После Вадима просьба открыть микрофон. Не знаю, простите, как вас зовут, под Годограф. Так, Вадим. Здравствуйте, подскажите, меня слышно? Да, вас слышно. Вадим, мы вас слушаем, пожалуйста. Видео. Хотел бы сказать спасибо за ответ на предыдущий вопрос. Вопрос будет... Да-да-да, задаю вопрос кратко. Касаться софинансирования. Смотрите, есть правила у финансирования фонда в рамках, там, допустим, развития, либо старт других программ, коммерциализация. По срокам, скажите, надо ли, чтобы сроки от инвестора по получению денег от него шли также в графике получения денежных средств от фонда содействия инновациям? Или можно очень гибко прописать, когда будут получены деньги от инвестора? Спасибо. Смотрите, вы должны в бюджет привлекать пропорционально привлечению бюджетных средств. То есть, условно, сколько вот у вас там записано, на первый этап вы, ну, условно, если берем пополам, там, если в первом этапе вы 10 миллионов должны, 10 миллионов грантов получаете, вы должны 30% не бюджета привлечь в этот момент. И, соответственно, на вторую половину то же самое, 10 миллионов и такой же объем небюджета. Вы можете весь небюджет в первом этапе привлечь, но не наоборот. То есть не то, что вы там в первом этапе у вас небюджета нету, на второй привлекаете весь. То есть вот посмотрите в положении в проекте договора, есть календарный план, и там вот прописано процентовка, как распределяются эти деньги. Так, спасибо, Вадим, на ваш вопрос. Спасибо. Да, вполне, спасибо. Так, дальше у нас вопрос хотели задать Годограф. Вы с нами? Простите, не знаю, как вас зовут. Да, я здесь. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Меня зовут Шолохова Светлана. Я два раза подавала на грант в 2020-2021 году. И два раза у меня было очное, насколько я поняла, ну, общение с экспертами. И вот вопросы, которые мне потом в отклонении были заданы, то есть указаны, их не было задано на очном, ну, вот на этой общей очной сессии в Zoom. А вот я хотела бы задать вопрос, может, я действительно не туда подаю, и хотела бы все-таки тогда озвучить вот эти вот отклонения. Может, что-то вы подскажете мне, как мне все-таки сориентироваться? И я, насколько поняла, нужно больше подавать, потому что я уже, ну, как бы вот такое у меня ощущение, что надо больше просто подавать. Светлана, значит, можно сформулировать ваш вопрос? Вопрос, ну, и для начала еще сказать, а куда подавали-то? Вы говорите, да, может, надо в другое место подавать, а в какое два раза подавали, не сказали. Нет, но я два раза подавала в 2020 и 2021. Это на какую года, программу? А не конкурсы. Первый, везде старт. Старт один. Я как физлицо подавала. У меня есть изобретение, я хотела его зашить в программу. Как физлицо, это понятно. Старт один или старт ЦТ-1? Или старт один. Тогда еще не было ЦТ. Тогда еще не было вообще цифровой никакой, так скажем. Понятно. Можно как-то... Все, давайте да, я поконкретнее вот отклонение последнее напишу. Вы что-то, может, мне подскажете просто хотя бы так чисто. Значит, первое отклонение... Сейчас, подождите. Извините, что перебиваю, но вот вы еще так сказали, что
вам прислали не те вопросы, которые задаются очному жюри. Ну, во-первых, наверное, это хорошо, потому что в очном жюри вы и так были, и эти вопросы вам задавались. Нет смысла сотрудников отдела экспертизы нагружать, чтобы они там поднимали видеозапись вашей защиты и делали стенограмму вопросов. То есть вам, видимо, прислали те вопросы, которые были у экспертов к вашим материалам заявки, но несмотря на которые, вы, тем не менее, были приглашены на очную защиту. То есть, в целом, заявка была подготовлена неплохо, да, достаточно для того, чтобы выйти на очную защиту. Если эти вопросы вам, эти замечания помогают продвинуться вперед, это хорошо, да, потому что заявку можно улучшать бесконечно. Но в целом, если вы перед одним и тем же жюри выступали дважды, конечно, вам надо уже понимать, какие вопросы на очном жюри вам задавались и в чем, так сказать, затык. Скорее, вот такая бы общая рекомендация. Может, Андрей... Ну так вот я и не поняла, в чем затык, потому что у меня на очном-то жюри не было таких за вопросов. То есть вот, например, третий вопрос был указан на нейросеть, но из доклада заявки экспертам не стало понятно, зачем она нужна для достижения поставленных целей, при том, что вообще вся презентация была про то, именно как зачем нужна нейросеть, какие алгоритмы конкретно будут использоваться, прямо вот конкретно, какого размера датасет и как она будет размечаться. Я считаю, что этот вопрос вообще после неокров должен, результатом должен быть. А почему он был задан мне на старте до вообще неокров и до вообще работ? Вот этот вопрос мне непонятен. То есть это третий вопрос. А первая — ориентация на крупных игроков нефтяной отрасли несет много рисков. Давайте по частям еще раз. Андрей, можешь это прокомментировать? Ну, а я тогда первое вообще не смогу задать. Ну, то есть, что, в общем, очень сложно продать что-то в нефтяной отрасли, при том, что я вообще не понимаю. Инновации вообще непростой продукт. И вообще, как бы вы занимаетесь непростым делом. Ну, так вот просто, на мой взгляд. Это вот первый был аргумент. Второй аргумент – нет опыта разработки продаж подобных решений, нет прототипа, при том, что вообще положение старта один заключается в том, что он создается для того, чтобы разработать прототип. То есть вот масло масляное какое-то. Я просто когда прочитала вот это все, я была вообще в недоумении. Светлана, давайте сейчас попытаемся ответить на ваши вопросы. И здесь вот Андрей как раз в презентации писал консультации. Мне кажется, здесь очень много частных индивидуальных вопросов. Давайте попробуем ответить на общие вопросы, которые будут характерны для всех участников. А вот уже индивидуальные, частные вопросы, наверное... Нет, но это, по-моему, индивидуальный вопрос. Если нет прототипа у меня, я иду на старт, чтобы разработать прототип, а мне выставляют в противовес, у вас нет прототипа. Я, извините, где его должна разработать? Я для этого обращаюсь к государству за деньгами. Мне показывают, доказывают свою квалификацию трудовой книжкой, показывают изобретение, все документы прислал на изобретение, на команду. Я не знаю, как еще доказывать. Что еще нужно доказывать? Андрей, можешь что-то прокомментировать? Я не готов вот так вот сходу там отвечать на вопросы, потому что мне нужно как минимум погрузиться там, в проект, понять, ну, поднять историю, что там было написано. Там, по поводу там, отсутствия MVP, наверное, действительно не совсем корректный этот ответ. То, что касается каких-то вопросов, которых не было на защите, это нормально, потому что вопросы в том числе могут быть из тех замечаний, которые были сформулированы на этапе заочной экспертизы. Да, то есть, как бы, когда эксперты готовили ответ, они использовали и ту фактуру, которая была результатом рассмотрения на очном жюри, и то, что оценивали эксперты заочной экспертизы. Вот. Поэтому вы, мне кажется, напишите вот мне напрямую, я вам тогда на вот эти вопросы отвечу. Что так? Ну, что... А на какую почту или куда мне? Мы тогда давайте, Светлана, вам вы скиньте в чат ваши контакты, и коллеги свяжутся. Дальше уже индивидуально ваш вопрос решим. Давайте так, да. Доброго. Так, у нас Вадим еще просил один вопрос. Единственное, вы, конечно, с Андреем, если он там согласен разбираться конкретно, это очень хорошо, но общая, конечно, рекомендация, вот вы спрашиваете, куда? Ну, скажем так, у нас, конечно, пул экспертов большой, и он там пересекается по разным конкурсам, но ничто не мешает, если не получается по обычному старт один пойти, был бы на старт один искусственный интеллект. Если вы уверены, что нейросеть — это прям вот ваша фишка, и вот вы там все объяснили, но вас не услышали, ну,
пусть вас послушают другие эксперты, там, может быть, другие эксперты вас лучше услышат. Если и они вас лучше не услышат, ну, может быть, тогда уже надо вопросы к себе обращать, что одни эксперты не поняли, зачем там нейросеть, другие не поняли. Ну, значит, ищите частного инвестора, который там поймет, зачем нейросеть. Вот, поэтому пробуйте, у нас действительно, ну, правда, у нас сейчас, по-моему, в мае, да, очередной по искусственному интеллекту. Ну, можете... Нет, вот я как раз хотела это тоже задать вопрос. Может, лот я не тот как-то называю? Я не знаю, как вот мне тогда. Нет, как вы называете лот, это вам решать, выбираете лот, конкурс и так далее. Просто я вам говорю, что разные конкурсы у нас, ну, немножко, ну, вообще у нас даже в рамках одного, мы же там люди все живые эксперты, да, кто-то в этот раз может, кто-то не может. Поэтому, когда мы запускаем старт искусственного интеллекта, мы стараемся подбирать больше экспертов по искусственному интеллекту, да, привлекаем каких-то новых коллег, да, например, там, коллег из Яндекса, из Сбера. Но коллеги из Сбера не могут сидеть на всех наших жюри, которые по-обычному идут в старт один, хотя там тоже может попадаться искусственный интеллект. Поэтому составы жюри несколько отличаются. Поэтому если вы уверены в том, что вы правы, а эксперты вас не услышали, ну, сделайте еще попытку по другому направлению. Но потом, забегая вперед, я уже так дал совет, что типа, если и там окажется неудача, тогда, может быть, надо подумать в том, что вы информацию не так доносите, если разные группы экспертов вас вдруг отклонят. Не только по обычному старту, но и по искусственному интеллекту тоже. Вот и все. Так, коллеги, у нас мы практически еще на один час превысили наш регламент, но тем не менее на многие вопросы не успели ответить. Действительно много вопросов. А сколько вопросов... еще осталось людей, кто вот подключился к нам в Zoom, из тех, кто... То есть если люди дождались, и они у нас в Zoom, хочется им ответить. Если, конечно, уже отвалились, ну тогда... Нет, у нас 54 человека нас смотрят на канале YouTube, и я думаю, что... Да-да-да, нет, им огромное спасибо. Вот среди этих 54 остались люди, которые хотят выйти в эфир и задать вопрос? Если да, то, думаю, еще можем кому-то ответить. Если нет, они слушают и просто полезную информацию получают, тогда можем, наверное, закругляться. Так, ну, у нас много очень вопросов, действительно индивидуальных, где краткое описание проекта и спрашивают рекомендации, какое направление выбрать. Вот, Павел, можно тогда общую рекомендацию, как правильно выбрать направление, когда наши стартапы подают заявку. На что обратить внимание? Ну, обратить внимание, естественно, не на хайп, то есть, условно говоря, там, модные нейросети, допустим, давайте все эти перейдем в искусственный интеллект. А обратите, действительно, достаточно здраво попробовать оценить, а в чем ваша сильная сторона, да? Потому что если она там, ну как, попадая, допустим, в искусственный интеллект, мы то стараемся приглашать более профильных экспертов, вы же может оказаться так, что и чуть более повышенные берете на себя требования, да? То есть люди, которые профессионально, ежедневно занимаются проектом области искусственного интеллекта, они уже и на проекты будут смотреть так, ну а зачем с ней растить, а что без нее нельзя, да? Ну да ладно, притянуто за уши. При этом проект может быть достаточно хороший с точки зрения, в принципе, цифровых технологий. И если там искусственный интеллект не притягивает за уши, вполне может быть достойной поддержки. Поэтому тут тоже не надо удивляться, что вдруг вы пошли, вас на одном конкурсе отклонили, а потом вы пошли на другой конкурс, и вас там поддержали. То есть это не значит, что там плохие эксперты, а здесь хорошие. Просто там одни требования и там одни акценты, а на другом конкурсе другие. Поэтому выбирайте, экспериментируйте, постарайтесь на себя посмотреть со стороны. Не знаю, если есть какой-то знакомый человек, специалист, ну пусть прочитает вашу заявку, не откладывайте на последний день, сделайте это за пару недель, дайте кому-нибудь почитать, чтобы он задал какие-то вопросы, что ему неясно, или сказал, слушай, а зачем здесь, например, там нейросетка, да? Или, слушай, а вот ты хочешь там продавать там в Роснефть, Лукойл и так далее, а ты вообще вот как туда заходить-то будешь? Ну, изобретение — это хорошо, а ты вот хоть какие ходы ты туда сделаешь, как ты туда пробьешься-то? Вот. Ты же не придешь там просто в Роснефти постоять там у подъезда и потом развернуться дальше. То есть вот, ну, попробуйте, если там привлечь каких-то вот такой независимый взгляд, и, возможно, так будет проще выбрать то направление, на которое вам подаваться.
Андрей, я добавлю, Павел так концептуально обрисовал вот, о выборе жизненного пути. Вот, а я этот расскажу, ну, более, может быть, практично. Ну, я так думаю, что вопрос больше стоит, что вот есть конкретная тематика, непонятно, в какой конкурс заходить. А, смотрите, вам никто в фонде на этот ответ, на этот вопрос ответ не даст. Ни я, ни Павел, ни коллеги с консультационной поддержки не выберут за вас конкурс, куда вам пойти. Самый простой способ просто посмотреть положение по тому или иному конкурсу, куда вы считаете, вы можете попасть. Конкурс, который мы сегодня обсуждали, в положении есть перечень лотов, на которые вы можете податься с расшифровкой. Каждый лот расшифрован, какие именно технологии туда входят. Если вы думаете в сторону искусственного интеллекта, посмотрите объявление о конкурсах искусственного интеллекта. Там есть ссылка на нормативку Минэкономразвития, приказ Минэкономразвития, где перечислены тоже технологии искусственного интеллекта. Там прям четко расписано, что, какие технологии под какой лот подпадают. То есть вот нужно работать с той фактурой, которая есть. Если у вас вот вы ни туда, посмотрите в сторону наших классических конкурсов. В заявках тоже есть классификаторы, которые позволяют сориентироваться по этим, по технологиям. То есть вот, ну вот просто еще раз повторюсь, мы не сможем за вас придумать, куда вам лучше податься, куда вам лучше пойти. Ну, тогда еще более практичный совет. Вот у нас в понедельник в 10 утра закрывается старт СТ. Если чувствуете все силы финализировать подготовку заявки за 3 рабочих дня, ну, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Сделайте, подайте на старт СТ. Вот, через несколько месяцев получите результат. Совершенно нормальный, хороший, широкий конкурс. Старт СТ есть тема, в том числе и по искусственному интеллекту. Ну, кстати, если мы заговорили про старт СТ, очень много вопросов, ну, немного как бы пересекаются вопросы, по-разному сформулированы. И все-таки старт 1 и программа старт СТ. Чем они отличаются? Это об одном и том же. Вот можно еще раз тогда. Смотрите, нам государство, да, сказало, что цифровые технологии очень важны, да, и дало дополнительные деньги. В Африк, Сколково, Эфрит там финансирует, нам дает и говорит, что вот, ребят, цифровые технологии очень важны, вот вам дополнительные деньги, распределяйте гранты, учите и так далее. Ну, что могли сделать? Ну, могли пойти двумя путями. Мы могли сказать, о, отлично. Тогда из другого бюджета, который нам не по линии Минцифры, допустим, идет, да, а там, по линии там, Минэкономразвития, мы могли бы там вычеркнуть цифровые технологии и сказать, о, теперь старт обычный будет без направления N1. Про все остальное. Типа у вас цифра, идите туда. Но, наверное, это было бы, ну, не очень хорошо. Государство говорит, это у нас приоритет, надо усиливать, а мы в одном месте уберем, в другом добавим. Поэтому мы оставили старт 1, там оставили направление N1, цифровые технологии. И там те же самые условия, те же 3 миллиона на первый год, 7 миллионов на второй. И дополнительно проводим конкурс на дополнительные деньги, которые выделяются по линии Минцифры, цифровой экономики. И там тоже. Поэтому с точки зрения заявителя разница, на мой взгляд, небольшая. Единственная разница в классификаторе. По старту цифровые технологии у нас классификатор, который утвержден рабочей группой по цифровым технологиям, оно цифровая экономика, и он привязан к классам ПО, там 12 или 13 у нас направлений. А старт обычный, N1, там тот классификатор, который у нас существует много лет, я вот пришел, он лет 10 назад, я его подновил, и он, по-моему, достаточно хорошо там, ну, еще несколько раз его подновляли, но он достаточно хорошо справляется с своими задачами. Но, в принципе, с точки зрения заявителя, скорее всего, 80% заявок может легко пойти и туда, и туда. Поэтому смотрите на сроки, смотрите, где удобнее. На мой взгляд, я бы выбирал более профильные конкурсы. Ну, то есть, говорит государство, давайте больше денег на цифры. Ну, подходите для старт СТ, идите на старт СТ. Если есть сомнения, что вы вот в какой-то класс ПО не очень ложитесь, а вот в обычном старте вы себя хорошо видите, ну, дождитесь обычного старта. У нас тоже, там, Андрей подскажет, там, даты какие-то у нас там не самые далекие. Там. Ну, дождитесь, подайте куда.
Если уверены, что у вас по искусственному интеллекту прям гениальная разработка, ну, можете дождаться старт 1 по искусственному интеллекту. Но там у вас будет прям профи по искусственному интеллекту. Строго спрашивать, что там действительно может. Вот такой, наверное, ответ. Так, ну и я тогда тоже как бы сейчас постараюсь группировать, которые вопросы были. Есть группа вопросов по поводу, что будет, если не выполнить показатели, которые в заявке. В частности, какие санкции будут для предпринимателя, если это физическое лицо, и какие санкции для организации, если не выполняются требования заявки. Вот можно еще раз как бы кратенько обратить на это внимание. Не совсем понятно, санкции какие. То есть если человек плохо заполнил заявку, то просто его заявка не выиграет. Я так понимаю, еще о том, что вы написали продажи, выручку, что-то еще пообещали. Я, кстати, не помню, по минимуму, Андрей меня поправит, по-моему, по минимуму даже сейчас... Андрей, а что у нас сейчас из обязательных показателей на старт 1? Вот что мы сейчас требуем заранее предсказать? Ну, смотрите, у нас история следующая. На старт мы на этапе заявки вообще не просим заполнять таблицу МИ. Это сделано специально, чтобы людей не пугать. И дальше при заключении договора они вместе с кураторами аккуратненько прописывают те цифры, которые нужны. Они касаются РИД и они касаются... выручки от продаж. Но выручка это она за горизонтом там, где-то. Вот. По ЦТ такие же. Да, нет, вот даже... Тогда, наверное, на примере развития разберем. То есть на развитие мы ждем компании, которая существует не один год, у которых уже выручка десятки, может быть, сотни миллионов рублей. Но это еще малый бизнес, который приходит за грантом 20 миллионов и говорит, государство, дай 20 миллионов, я сделаю новый продукт, у меня будет такой-то рост продаж, такой-то рост численности. Эти показатели, по-моему, здесь заранее прописываются. Потом предполагаем, что, допустим, компания не выполняет эти показатели. Ну что происходит? Происходит все очень просто. Сначала, если там идет небольшое недовыполнение, наверное, попытаетесь как с фондом объяснить, почему это происходит. Может быть, у вас какие-то контракты поплыли, может быть, что-то там договориться перенести, например, там не смогли продать там в 2024 году на нужный объем, пообещайте это догнать в 2025 году. Если же там катастрофически все, так сказать, вылетает, то тогда, ну, просто в следующий раз фонд там не сможет оказать грантовую поддержку. Фонд скажет, ну, хорошо, мы один раз вот поддержали, проект нам понравился, но вы не предложили тот проект, с которым не справились, ошиблись в прогнозах, не поняли рынок или еще что-то. Ну, получайте поддержку в других местах, ищите венчурных инвесторов. Мы же не берем как фонд, ну, скажем, если обязательно всю жизнь поддерживать малую компанию. Они вас поддержали, уже хорошо. Если компания нормально отработала с этим инструментом, ну, приходите по окончанию проекта за следующим грантом, если он вам нужен. А если не справились с показателями, не смогли, так сказать, выполнить взятые обязательства, ну, конечно, фонд лучше больше не приходить, нам грант не дать. Вот. Андрей, правильно я излагаю? Да, совершенно справедливо. То есть, смотрите, есть показатели, которые должны быть там условно внутри проекта. Это то, что касается, допустим, РИДов. Если мы сейчас развитие смотрим, да, это касается получения РИДов и подачи заявки в реестры отечественного ПО. Вот. Это то, что без чего там условно вам не подпишут акт завершения работ. То, что касается плановых показателей, которые вы заполняете на этапе заявки, касающиеся там выручки и среднесписочной численности, они действительно мониторятся там, раз в год вы предоставляете отчетность после окончания гранта, и фактически вот эта отчетность, она формирует некую там кредитную историю вашу в фонде. Там, мы не будем бегать там за вами, требуя там, чтобы это исполнили, но да, если вы придете к нам снова, мы в том числе, независимо от того, насколько у вас будет качественный проект, мы в том числе будем учитывать результативность предыдущей поддержки. Если это какие-то небольшие расхождения, то там, да, при правильном объяснении, почему так получилось, да, мы, конечно, идем навстречу. Если это мы видим, что проект в принципе после там,
того, как он закончил с грантовое финансирование, там вошел в пике или в принципе никуда не пошел дальше, вы просто использовали грант и пришли за следующим, то да, следующий не получите. Так, спасибо. Тогда вот я предлагаю последний вопрос. Вадим Габунов, последний вопрос. И так, Вадим, вы с нами? Да, здравствуйте еще раз. Скажите, слышно? Да, слышно. Вопрос очень коротенький, и также касается софинансирования, он общий. Смотрите, допустим, мы смотрим софинансирование, видите, там займы, да, под определенный процент. Подскажите, если по итогу между там, получателем, то есть грантополучателем и инвестором будет взаиморасчет, то есть вместо возвращенной суммы денег инвестор получает на эту сумму, собственно, продукт инновационный, который он изначально поверил, он, допустим, впоследствии решил, скажем так, не деньги, а уже конечный продукт получить, который был разработан на грант. Это как-то критично для фонда, или фонд не лезет в взаимоотношения инвестора и грантополучателя, а фонд будет смотреть только те показатели, которые касаются лично фонда, то есть как потрачены деньги, смог ли заработать что-то грантополучатель и сколько при этом там в штате сотрудников. Спасибо. Смотрите, мы в вашу внутреннюю кухню не лезем, нам важно получать, что взаимодатель вам предоставляет необходимую сумму. В какие сроки вы будете возвращать, под какой процент вы брали, в каком виде вы будете возвращать. Вы можете возвращать там продукции, вы можете долей в предприятие отдавать. Ну, то есть там вариантов много, и это уже, там, что называется, там ваша фантазия. Так, ну тогда... Коллеги, кто переключился, кто с нами в Зуме, если вы еще хотите задать вопрос, у вас есть возможность успеть задать вопрос. Те вопросы, которые поступили в ходе регистрации, те вопросы, которые поступили в чате на YouTube-канале, мы на многие из них ответили. Внимательно еще с коллегами посмотрим, если мы на что-то не ответили, тогда определим, как удобнее. Либо, может быть, просто по итогам мероприятия какую-то информацию вам направим. Либо, если у нас останется много неотвеченных вопросов, то, возможно, проведем, если вот Павел и Андрей не против, проведем еще дополнительную встречу. Ну, смотрите, мне просто кажется, у нас через там, 3 рабочих дня 5 календарных старт заканчивается, потом следом за ним развитие ЦТ. Поэтому, наверное, уже вот отдельно делать вопросы и ответы с еще отдельной встречи просто уже смысла не будет. Уже поезд уйдет для тех, кто... Вот мы же основной, Андрей, тебе рассказывал, про эти два конкурса, потом уже будет что-то другое, да? Вот. Поэтому я думаю, что, Андрей, не знаю, вот если сейчас мы ответили на все вопросы, мы вроде дали возможность всем, да? Если кто-то там сейчас что-то включился, готов отвечать. Потом отдельно, мне кажется, уже просто будет неактуально. Мне кажется, если просто какие-то будут вопросы вдогонку, я готов просто в письменном виде вам ответить и дальше туда разослать. Ну, отлично. Хороший вариант. Хорошо. Тогда огромное спасибо вам за участие. Мне кажется, сегодня мы долго и подробно разобрали максимальное количество вопросов. Спасибо всем за участие. Сегодня, в принципе, было очень много желающих. К сожалению, у нас Zoom всего до 100 человек, поэтому пришлось часть участников отправить на YouTube-канал, но тем не менее мы постарались максимально ответить на все ваши вопросы. Огромное спасибо, всем удачи в конкурсных отборах, желаю качественно заполнить заявки и стать победителями конкурсов. И ждем вас на следующих встречах, ждем вас... Мы в этом году постараемся рассказать про все меры поддержки, которые сегодня предоставляются в рамках федерального проекта. И действительно, сегодня Павел обратил внимание, очень много вариантов. То есть вы, главное, внимательно следите, читайте. И если вы подготовите, если у вас интересный проект, обязательно в какой-то программе вы станете победителем. Спасибо большое за участие.
Спасибо большое, Фри, за организацию вебинара, за такую широкую аудиторию. Ну и действительно, удачи всем нашим участникам и в наших программах. Ждем там какие-то особенные яркие, интересные проекты. И в программах наших коллег, партнеров, других институтов развития. И, честно говоря, частных инвесторов, да, с ними сейчас не так просто в России, но, на мой взгляд, это тоже очень хорошая благодатность. Ну, то есть не обязательно переживать за гранты, если есть возможность получить частные венчурные финансирования. Так что всем удачи, и главное — найти подходящийся инструмент для развития, для быстрого движения вперед. Спасибо большое. Всем всего доброго. Спасибо, всего доброго.